Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Модератор пленарного заседания Александра Суворова. Добрый день. Рада вас приветствовать на пленарном заседании Восточного экономического форума. В этом году его тема звучит так. «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Владимир Владимирович, вы уже не единожды говорили о том, что приоритет на весь 21 век – это развитие Дальнего Востока. Что уже сделано, что еще предстоит? Как сегодня Россия выстраивает взаимодействие со своими коллегами по АТР и по региональным объединениям? Искать ответы и уверенно находить их мы будем вместе в ходе дискуссии. Но прежде, Владимир Владимирович, вам слово, прошу к трибуне подойти. Уважаемый господин Анвар Ибрагим, уважаемый господин Хань Чжэн, дамы и господа, друзья, я приветствую всех участников и гостей 9-го Восточного экономического форума. Россия и Владивосток уже по традиции в начале сентября принимают представителей бизнеса, технологических и научных команд, руководителей и ведущих компаний, органов власти, специалистов, экспертов, предпринимателей, которые проявляют интерес к российскому Дальнему Востоку, к тем действительно безграничным возможностям для созидания и взаимовыгодного партнерства, которое открывает этот уникальный район нашей страны. Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока, и вот наша ведущая Александра сейчас сказала об этом в качестве национального приоритета на весь 21 век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь. Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике. Тогда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на восток и глобальный юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток, безо всякого преувеличения, стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны. Именно этой теме, образу будущего, посвящены около 100 мероприятий, панельных сессий и круглых столов нынешнего Восточного экономического форума. В целом, в мероприятиях форума принимают участие представители более 75 стран и территорий. Очень важно, что эти дискуссии сопровождаются предметным бизнес-диалогом, приводят к конкретным инвестиционным решениям и торговым договоренностям. Отмечу, что только на последних трех форумах было подписано больше 1000 соглашений на общую сумму свыше 10,5 триллионов рублей. Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе своего выступления расскажу о некоторых дальнейших шагах в этом направлении, о наших предложениях зарубежным партнерам по укреплению инвестиционной, торговой, производственной, технологической кооперации на пространстве АТР. И, конечно, о результатах и намеченных планах в экономике, инфраструктуре, социальной сфере Дальнего Востока. В вопросах повышения качества жизни наших граждан, жителей этого региона.
Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3500 промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов. Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в 3 раза за 10 лет в 3 раза увеличились. И они в 3 раза выше среднероссийских. Результат этих вложений тоже наглядный. Работают около 1000 новых предприятий. Создано более 140 тысяч рабочих мест. Динамика промышленного производства в регионе с 2013 года превысила общероссийские темпы на 25%. Напомню, что сейчас на Дальнем Востоке действует 16 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток. Запущен преференциальный режим на Курилах, создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более 100 компаний. Мы обязательно продолжим идти вперед. Будем постоянно улучшать деловой климат и в России, и в целом, и на Дальнем Востоке. В том числе будем применять в этом регионе более новые, эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами. Так, на прошлом Восточном экономическом форуме было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития. Они должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов и, прежде всего, конечно, из дружественных стран. Первый международный тур предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную Думу и правительство Российской Федерации ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных туров. Дополнительным фактором для расширения работы с зарубежными партнерами должно стать еще одно нормативное решение, а именно с 1 сентября текущего года в нашем законодательстве предусмотрена возможность использования иностранных стандартов в проектировании и строительстве. Конечно, речь идет о стандартах тех государств, где требования к качеству, надежности, безопасности капитальных объектов не ниже, чем у нас. Рассчитываю, что этот подход найдет свое применение, в том числе в международных турах Дальнего Востока. Хорошим примером сотрудничества с зарубежными партнерами крупных вложений в стройку, в создание рабочих мест должно стать развитие острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Речь идет о создании здесь крупных логистических комплексов, пунктов пропуска через госграницу, о расширении автодорожной сети. В мае этого года, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительства отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года. Конечно, одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети во всех сферах и отраслях является снабжение электроэнергией. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет. Сегодня это 69 миллиардов киловатт-часов в год, а к концу десятилетия прогнозируется 96 миллиардов. При этом уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии. Вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживаются строительство, промышленные объекты, инфраструктура. Уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Предусмотреть для нее механизмы
проектного финансирования. В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации. Например, таких, как Нижнезейская ГЭС в Амурской области, которая будет не только снабжать электроэнергией сам регион и восточный полигон железных дорог, но и поможет защитить территории, населенные пункты от паводков. Также прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили. Подчеркну, план развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан. Долгосрочные задачи, которые стоят перед нашими субъектами федерации, городами и населенными пунктами. Это в полной мере относится и к укреплению транспортных, логистических возможностей Дальнего Востока, да и всей страны. Здесь самый значимый, крупный проект – это, конечно же, расширение восточного полигона железных дорог. За последние 10 лет на Транссибии и БАМе построено более 2000 и модернизировано свыше 5000 километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реку Рену, Бурею, Селингу. По итогам текущего года провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн. В этом году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии. Работы ведутся, они развернуты. Подчеркну, предстоит не только расшить узкие места магистрали, ввести в строй более 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кадарского тоннеля, а также мост через Амур. Задача гораздо более масштабная. Так, например, на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль. В ближайшие 8 лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Для сравнения, столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых. И столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 годы. Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил. Подобно Транссибу, континентальной артерии должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем речь не только об увеличении объемов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получат развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации. Коридор развивается поэтапно. В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. В дальнейшем, когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России. В этой связи напомню о задаче, которая была поставлена в послании Федеральному собранию, а именно сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта. Это не должно превышать 10 минут. Уже в 2026 году нужно выйти на этот результат на первых 5 пограничных переходах Дальнего Востока. Кстати, на железнодорожных переходах уже сейчас достигнута хорошая динамика по скорости обработки грузов на границе. Подчеркну, и на восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа. В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны.
Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и, в полном смысле этого слова, глобального масштаба. Среди таких проектов – развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего 4 миллиона тонн грузов, то в прошлом году уже более 36 миллионов тонн. Это в 5 раз больше рекорда советского времени. Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток за счет увеличения транзита. Масштабный план развития Северного морского пути развернут. Мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, укрепляем береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы раскатать новые логистические маршруты, 2 года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн. Разумеется, считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним. В том числе это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 миллионов тонн, а в перспективе, конечно же, и выше. Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнеры по евразийской интеграции. Так, коллеги из Беларуси, о которой я уже вспоминал, предметно рассматривают перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. И мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте другие страны. Знаю, что заинтересованность в этой работе есть. Добавлю, что все крупные транспортные, логистические инициативы России реализуются с привлечением передовых инженерных, цифровых и экологичных решений, что обеспечивает дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительной и других отраслей науки и высокотехнологичного бизнеса. Именно так, на основе самых современных подходов, с учетом качественно возросших технологических, экономических, образовательных возможностей всей страны, необходимо решать задачи стратегического развития Дальнего Востока, включая дальнейшее освоение такой сильной, базовой отрасли региона, как недропользование. Сегодня на Дальнем Востоке добывается весь российский вольфрам, олово, плавиковый шпат и борные руды, 80% алмазов и урана, больше 70% серебра, 60% золота страны. Вместе с тем, в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, запасы разрабатываются давно и объективно ограничены. А спрос на полезные ископаемые растет, причем не только на экспорт, но и на нашем внутреннем рынке. Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии. Причем, как уже сказал, это нужно делать с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования. На нашем форуме в прошлом году было сформулировано поручение правительству составить отдельные программы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект «Геология. Возрождение легенды». Эти программы готовы. По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум 10 рублей частных инвестиций. Но самое главное,
вложенные средства, безусловно, окупаются. Они будут окуплены. Обеспечат мощную отдачу, комплексный эффект по всей производственной цепочке. Но нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций. Я прошу правительство в проекте федерального бюджета на предстоящие 3 года заложить финансирование указанных программ в объеме, необходимом для достижения поставленных целей. Повторю, Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья, титана, лития, необия, редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть. Потенциал этих индустрий для роста дальневосточных регионов, создания рабочих мест, для повышения доступности различных услуг и сервисов, укрепления связи и логистики огромный. Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта. В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока. Предлагаю запустить работу еще по нескольким проектам, а именно построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также реализуем строительство 2-й очереди кампуса Дальневосточного федерального университета здесь, во Владивостоке. В таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы. Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы. 2 такие школы на Сахалине и во Владивостоке уже созданы. Их задача не только готовить специалистов для промышленности и сельского хозяйства, транспорта и сферы услуг, для использования искусственного интеллекта, но и предлагать оригинальные решения для серийного внедрения в системе управления, в социальной сфере, в отраслях экономики. На острове Русский 2 года успешно действует научно-технический центр компании «Русгидро». Он специализируется на инновационных разработках в сфере глобальной энергетики. Они уже активно применяются в программе технического перевооружения энергетического комплекса Дальнего Востока. Также с участием наших ведущих компаний будет создан еще один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский, на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений. Я прошу коллег из правительства и Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать механизмы привлечения в этот центр ученых из других научных центров России, да и из других стран тоже. Имею в виду конкурентоспособные мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей. Уважаемые коллеги, мы понимаем, успех в реализации наших планов и здесь, на Дальнем Востоке, да и по всей стране, по всей России, зависит прежде всего от людей, от российских семей. Уже не раз говорил, нельзя руководствоваться старой логикой, когда сперва заводы, фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях. Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике. В экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы, запустили механизм единой субсидии. С ее помощью строятся и реконструируются школы и детские сады, поликлиники и больницы, спортивные комплексы. Благоустраивается городская среда, идет обновление инфраструктуры. На сегодняшний день уже построены почти 2000 социальных и инфраструктурных объектов.
Единая субсидия стала мощным финансовым рычагом для механизма дальневосточной концессии. Ее задача – привлечь частные инвестиции в социальные проекты. Бизнес уже запланировал вложение более 120 миллиардов рублей на эти цели. Реализуется 36 таких инициатив. Работа уже идет. Например, здесь, в Приморье, строится круглогодичный горнолыжный курорт. В Улан-Удэ – национальный музей и театр. В Петропавловск-Камчатском появится новый общественный центр. В Хабаровске – художественный музей. В Магадане и Чите возводятся спортивные комплексы, новые спортивные комплексы. Там же, в Чите и Биробиджане, полностью модернизируется городское освещение. Мы, конечно же, будем и дальше поддерживать работу дальневосточной концессии, достраивать ее на потребности граждан и возможности бизнеса. Что хочу подчеркнуть отдельно. Сегодня в рамках государственного частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты, автомобильные трассы, обновляется городской транспорт. Однако объем таких проектов еще относительно невелик. Менее 3% ВВП или 4,4 триллиона рублей. Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства. Делать так, чтобы риски для всех сторон и органов власти и бизнеса были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов. С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета, предлагаю корпорации развития ВЭП выступить в качестве одного из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства, чтобы корпорация контролировала систему распределения рисков, поддержала выгоду проекта как для государства, так и для бизнеса. Ну, мы с Игорем Ивановичем говорили на этот счет, и корпорации к этому готовы. И при этом, так же, как и в фабрике проектного финансирования, стимулировало бы привлечение частных инвестиций. Я прошу правительство совместно с ВЭБом определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства, которые должны будут совершаться, как уже сказал, с обязательным участием ВЭБа. Далее. Очень важно, чтобы частные инвестиции привлекались с учетом долгосрочных планов развития отраслей и территорий, а также наших населенных пунктов, городов, поселков для их комплексного развития. Именно для комплексного развития мы активно продвигаем принципиально новый инструмент повышения качества жизни людей. Это так называемые мастер-планы. Ну, многие знают об этом, во всяком случае, наши российские коллеги. Они уже утверждены для 22 административных центров и городских агломераций Дальнего Востока, где проживает более 4 миллионов человек. В том числе такой документ подготовлен для города-спутника Владивостока. Этот мастер-план объединит в одной логике развития целую агломерацию Владивосток, Артем и Надеждинский район. К его развитию надо приступить уже со следующего 2025 года. В чем специфика, смысл и новый подход в этих мастер-планах. Для этого нужно посмотреть, а что было прежде на местном уровне. Экономические и градостроительные службы слабо взаимодействовали. Экономика, бизнес часто развивались сами по себе. Стройка, ЖКХ, социальная инфраструктура отдельно, сама по себе. В итоге получались разбалансированные решения, разбалансированные городские пространства. Сейчас регион и местные администрации провели серию обсуждений с жителями и бизнесом, выявили проблемные точки, определили потенциал по всем направлениям развития своих населенных пунктов. И для каждого города разработали индивидуальную долгосрочную модель. По сути, впервые в рамках одного документа были сведены концепции социально-экономического и пространственного развития. И социально-экономического, и пространственного, с вводом в строй транспортной, жилищно-коммунальной, энергетической и другой инфраструктуры. И повторю, интегрированная задача здесь – это повышение качества жизни людей. В этом цель. Большая часть мероприятий дальневосточных мастер-планов проектируется, но уже сейчас, можно сказать, 70 объектов будут введены до конца текущего года, а в дальнейшем темпы реализации мастер-планов должны увеличиваться.
чтобы отметить субъекты Федерации и ведомства, которые наиболее активно продвигаются в этой работе. Министерство по развитию Дальнего Востока составило специальный рейтинг. Лидерами по реализации мастер-планов сейчас являются Сахалинская и Магаданская области, Республика Бурятия, а также Камчатский и Хабаровский края. Я благодарю коллег за набранный темп. Прошу и в дальнейшем его наращивать. При этом отмечу, что мы будем каждый год отслеживать динамику дальневосточных мастер-планов, отмечать лучшие региональные команды и федеральные ведомства, чтобы оставшиеся коллеги брали с них пример, перенимали передовой опыт. Добавлю, что мы приняли решение о дополнительных объемах бюджетных кредитов на реализацию мастер-планов, утвержденных правительством. На эти цели уже выделено 30 миллиардов рублей. Подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утвержденного лимита таких кредитов на период с 25 по 30 год целенаправленно выделить 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов, то есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению. О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии. Более того, необходимо выделить средства на развитие дальневосточных городов в отдельные разделы. В первую очередь в рамках таких нацпроектов, как инфраструктура для жизни, эффективные транспортные системы, семья, продолжительная и активная жизнь, а также молодежь и дети. Что еще здесь важно? Половина расходов мастер-планов дальневосточных городов приходится на внебюджетные источники, то есть на вложения бизнеса, градообразующих предприятий, которые готовы строить поликлиники, детские сады, спортивные центры, прокладывать дороги, обновлять коммунальные сети, восстанавливать памятники культуры и так далее. Как уже сказал, мы обязательно поддержим такие вложения бизнеса. Уверен, что с наращиванием темпов преобразования в городах их доля, безусловно, будет расти, в том числе со стороны стратегических партнеров крупных предприятий, которые в рамках своих социальных программ активно участвуют в обновлении городов, где развивают свой бизнес. Их результаты, мощности и опыт нужно также задействовать для воплощения в жизнь мастер-планов. Так, стратегические партнеры могут полностью профинансировать создание объекта социальной инфраструктуры в городе, поселке, территории, где реализуются их инвестиционные проекты. А после передачи такого социального объекта муниципалитету или региону получить компенсацию за счет налогов, льгот и иных преференций. Прошу правительства определить параметры такого механизма. Подчеркну, опыт Дальнего Востока станет основой для того, чтобы масштабировать практику мастер-планов. Как было отмечено в послании Федеральному собранию, до 2030 года такие стратегические документы будут подготовлены для 200 населенных пунктов России. То есть мы будем масштабировать 22 населенных пункта сегодня на Дальнем Востоке, 200 по всей стране, включая опорные города, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета России. Далее. Комфортная городская среда и масштабная и социальная инфраструктура масштабная – это неотъемлемая часть современной комплексной жилой застройки. Дальневосточные инвесторы, реализующие такие проекты, имеют право на льготы территории опережающего развития в рамках инструмента «Дальневосточный квартал». Он сейчас проходит обкатку в 7 регионах. С его помощью планируется построить 1 миллион 800 тысяч квадратных метров жилья, где будут жить почти 70 тысяч человек. В целом, отмечу, что за последние 5 лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель. По итогам текущего года ожидается вот 5 миллионов 600 тысяч квадратных метров. Важную, можно сказать, определяющую роль здесь сыграла дальневосточная ипотека. Как вы знаете, мы распространили ее на участников специальной военной операции. Также кредитом под рекордно низкие 2% годовых могут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет. И кроме того,
получатели дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, учителя и врачи. Такая же ипотека на тех же условиях выдается и в арктических регионах. Мы уже продлили эти программы до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых. Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере, не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом. Отдельно хочу остановиться на очень важных вопросах для семей, для наших граждан, которые живут, что называется, вдали от большой земли, в труднодоступных небольших городах и поселках Дальнего Востока и Арктики. Наша задача – обеспечить регулярное, бесперебойное снабжение этих населенных пунктов, сократить сроки и стоимость доставки грузов. В прошлом году был принят закон о северном завозе. Теперь он планируется централизованно, на федеральном уровне. Его использование координируется на местах в регионах. Перевозка и обслуживание грузов жизнеобеспечения получили приоритет на транспорте. На закупку и доставку северного завоза могут выделяться бюджетные кредиты. Получит развитие и опорная транспортно-логистическая сеть северного завоза, включая автодороги, железнодорожные станции, морские и речные порты и аэропорты. Со следующего года начнет работать единый морской оператор северного завоза. Пока в пилотном режиме он будет перевозить грузы на Чукотке. В дальнейшем мы расширим географию его работы на Якутию, Камчатский край, Архангельскую область и Красноярский край. Отдельная тема связана с медицинским обслуживанием граждан, которые живут в труднодоступных регионах, городах и поселках. На Дальнем Востоке есть населенные пункты, до которых можно доехать только по железной дороге. При этом там не хватает специалистов для проведения диспансеризации, профосмотров, оказания медицинской помощи. С сентября этого года в 5 дальневосточных субъектах Федерации, а со следующего года в 8 субъектах начнет курсировать передвижной консультативно-диагностический центр. По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами. Они смогут проводить широкий спектр исследований, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров России, использовать технологии искусственного интеллекта для формирования медицинского заключения и, конечно, оказывать профессиональную помощь, доступ к которой необходим всем гражданам страны, независимо от места проживания. Хочу поблагодарить в этой связи компанию РЖД, всех врачей, медсестер, железнодорожников, других специалистов, которые участвуют в этом благородном и таком нужном для людей проекте. Прошу правительство. Прошу правительство помочь компании обеспечить бесперебойную деятельность этого современного медицинского центра и аптеки на базе на поезде. И еще, для укрепления связи между городами и поселками Дальнего Востока будем и дальше развивать местное авиационное сообщение. Как уже говорил, к 2030 году количество пассажиров на внутренних авиарейсах региона должно увеличиться до 4 миллионов в год. Поручил уже правительству утвердить соответствующий план конкретных шагов и мероприятий. Его подготовка, безусловно, затянулась. Прошу оперативно принять все необходимые решения. Конечно, важный вопрос – это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах.
В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание, стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов на них была доступной для граждан. Ну а если как-то по-другому выглядит ситуация, ну надо субсидировать тогда нужно. Уважаемые друзья, за последние годы Дальний Восток стал более привлекательным для молодежи, для ребят, которые хотят приобрести интересную профессию, а также для подготовленных специалистов, которые желают проявить себя, свои умения, навыки, опробовать силы в избранном деле. 8 лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. В том числе сработали наши адресные меры поддержки. Так, в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 миллионов рублей. Для медицинских работников среднего звена до 1 миллиона. Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат. Еще одно решение касается программы «Земский работник культуры». Она призвана поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ, музеев, то есть тех людей, которые, по сути, сберегают наш культурный суверенитет, идентичность, наши традиционные ценности, воспитывают молодых людей. Прошу правительство начать реализацию этой программы с 1 января будущего года. И, конечно, для работников культуры, которые едут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные дальневосточные коэффициенты разовых выплат, а также предусмотреть для них возможность участия в программе дальневосточной ипотеки. Добавлю, что мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Стала, безусловно, символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления. Уважаемые коллеги, вся история российского Дальнего Востока этого просто громадного региона, занимающего почти 40% территории страны, написана целеустремленными, смелыми, сильными духом людьми. Они изучали и защищали эти земли, сохраняли традиции коренных народов, открывали новые точки на карте России, строили города, заводы, прокладывали дороги, осваивали месторождения. Наши предки, поднимавшие Дальний Восток, были преданы своему делу и нашему Отечеству. А любовь к Родине помогала им ставить по-настоящему значимые, большие цели. Их героизм, самопожертвование и достижения и сегодня вдохновляют на свершение множества наших граждан, множество специалистов, врачей, учителей, работников культуры, о которых я только что говорил, преподавателей вузов, бизнесменов, всех, кто уже работает на Дальнем Востоке или только планирует связать с ним свою жизнь, включая управленцев региональных и муниципальных команд. С 2022 года в регионе работает программа «Муравьев-Амурский» для подготовки кадров на государственную службу. Ее действие расширено и на Арктику. Программа востребована, конкурс высокий, до 80 человек на место. Молодые, амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики – одна из самых интересных и самых перспективных задач, которые стоят перед нашей страной. И мы обязательно продлим программу «Муравьев-Амурский» как минимум до 2030 года. Я повторю, нам вместе, органам власти всех уровней, деловому сообществу, общественным организациям, гражданам предстоит принять
деятельное участие в реализации новых национальных проектов и программ, чтобы они получили широкое дальневосточное измерение, помогли сделать шаг вперед в развитии этого стратегически значимого региона России, в повышении качества жизни людей. И, конечно, мы будем расширять связи российского Дальнего Востока, всей нашей страны, с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве. И тем самым будем продолжать укреплять позиции России в мире. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Сейчас дам чуть попозже слово нашим уважаемым гостям. Прежде у меня пара уточняющих вопросов. Если посмотреть на данные Росстата за 2023 год, то численность Дальнего Востока в целом составляет чуть больше 7,8 миллиона человек. При этом за тот же самый период мы видим уже миграционный рост и плюс в трех регионах – это Камчатка, Якутия и Чукотка. Но вы уже отметили, что за последние 8 лет также прирост и молодежи, которая сюда приезжает. Но в целом назвать ситуацию стабильной сложно. В 2021 году, и вы об этом говорили накануне, был миграционный приток, в 2023 – небольшой, но отток. В своем выступлении вы отметили, что одна из тех мер, которая позволит стимулировать людей оставаться на Дальнем Востоке, это, конечно, те мастер-планы, о которых сейчас идет речь. Вот как вы считаете, чтобы улучшить жизнь на Дальнем Востоке, что еще нужно сделать? Вы знаете, можно... Надолго уйти, это я понимаю, да? Да, надолго уйти в эту тему. Сделать нужно, безусловно, больше, чем мы сделали до сих пор, совершенно очевидная вещь. Но... Как минимум, нужно сосредоточить свое внимание на двух главных аспектах. Первое. Нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные, перспективные рабочие места. И второе. Нужно делать жизнь в регионе комфортной. Ну и самое главное, это чтобы у конкретного человека, у семьи, было понимание того, что это надолго, что горизонт планирования большой, что жизнь и работа здесь создают перспективы и для конкретного человека, и для его детей. Очень важна перспектива. Ведь в целом мы заинтересованы в притоке прежде всего молодых людей, людей, за которыми будущее, которые ставят перед собой амбициозные цели, нужно создать условия для реализации этих амбициозных целей. Вот это самое главное. И еще один уточняющий вопрос. Уже вы отмечали, что опыт Дальнего Востока в реализации мастер-планов, он будет перенесен и в другие регионы. А как именно? Вот я уже сказал, что новизна, если вообще можно назвать новизной, но тем не менее, заключается в том, что мы должны совмещать и пространственное развитие, и экономическое развитие. Ведь и на Дальнем Востоке, и в Сибири, у нас еще в советское время как строилась работа? Строили предприятия, а рядом бараки. Вот и вся недолгая, что называется. Градообразующее предприятие. Да, ну, так и называется до сих пор, градообразующее предприятие. Предприятие строится, а рядом что-то лепили, где люди могли бы жить. Кстати, и БАМ также осваивался. Вот. И многие, очень многие предприятия так, и регионы так развивались. Предприятия, а рядом что-то, где могли бы жить люди. А уже потом, когда люди начинали жить в таких условиях, думали, а что же сделать дополнительно для того, чтобы эта жизнь была человеческой. Вот разница в сегодняшнем подходе, который мы предлагаем, заключается в том, что нужно делать параллельно и то, и другое. Вот как мы начинаем какой-то объект возводить, сразу же нужно думать о том, как и где будут жить люди, чем они будут заниматься, значит, что в области образования, культуры, медицинского обслуживания должно быть сделано. И сразу реализовывать эти проекты. Вот в некоторых, сейчас не буду, значит, даже называть, хотел назвать, подумал, ладно, воздержусь, потому что наверняка не все же сделано, как
как хочется. Поэтому сейчас что-нибудь скажу, ага, нет, а вот у вас там недоделано, и там недоделано. Это так, значит, что-то может недоделано, но принцип в этом заключается. Идти сразу параллельно в создании инфраструктуры для жизни и развития производства и экономики в широком смысле этого слова. Спасибо. Сейчас, как обещала, предоставляю слово нашим уважаемым гостям. Я прошу прощения, вот я уже сказал, значит, 22 населенных пункта сейчас по этому принципу стараемся развивать. Ну, а в целом в ближайшие годы должны организовать работу по 200 населенных пунктов по всей стране. Спасибо. И сейчас слово предоставляю премьер-министру Малайзии, господин Ибрагим. Пожалуйста, пройдите к трибуне и ждем ваше вступительное слово. Здравствуйте. Уважаемый господин президент, уважаемый вице-президент Китая, уважаемые дамы и господа, дорогие гости, прежде всего, я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Путину за приглашение поучаствовать в этом важнейшем и по-настоящему знаковом форуме здесь, во Владивостоке. Для меня этот форум особенный и на личном уровне, потому что, хотите верьте, хотите нет, но это мой самый первый приезд в Россию. Более чем 50 лет назад, когда я еще был активным молодым лидером, я летел на борту Аэрофлота, и вот в Москве у нас был транзит на пути в Льеж, в Бельгию, на ежегодную молодежную конференцию. Тогда нам, к сожалению, не разрешили покинуть аэропорт. Мы лишь приехали в транзитный отель, и таким образом у меня не было возможности ступить на российскую землю. Поэтому для меня особая честь и радость наконец-то оказаться здесь, во Владивостоке, где история органично сочетается с прогрессом, а просторы России с безграничными перспективами Азиатско-Тихоокеанского региона. Находясь на перекрестке торговых путей, этот город сформировался под различными факторами, отражая богатое наследие русских и восточноазиатских традиций, что делает Владивосток настоящим ансамблем культур. Помимо экономического значения, важно отметить, что Владивосток занимает уникальное место в истории России, как важнейший морской порт и конечная станция легендарной Транссибирской магистрали. Этот город поистине олицетворяет связь России с Востоком. Здесь мы находим мощнейший символ нашей встречи. Это слияние географий, идей, устремлений и нашего видения будущего. С момента своего основания в 2015 году Восточный экономический форум неизменно привлекает визионеров и лидеров со всего мира. И это понятно, поскольку Северо-Восточная Азия, в которую входит и российский Дальний Восток, является регионом динамичного развития экономики и огромного потенциала. Действительно, на долю региона приходится около пятой части мирового ВВП. Поэтому я хотел бы поблагодарить президента Путина за его стратегическое видение и лидерство в создании этого форума, который продолжает способствовать содержательному диалогу и сотрудничеству. Дамы и господа, Россия — это не только стратегическая и экономическая реальность, которая привлекает к себе внимание. На самом деле, как культурная, интеллектуальная и научная сила, Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений и геополитики, проникая в глубокую ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было.
Прежде всего мы говорим о неприходящей силе идей, красоте художественного выражения и неуклонным стремлением к знаниям. Эти достижения лежат в основе так называемой мягкой силы, благодаря которой Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру. Лично для меня это влияние особо ощутимо в литературе. И я говорю это совершенно искренне и с абсолютной убежденностью, потому что я в полной мере испил этот бокал и богатство и английской, и малайской литературы в раннем возрасте, во время образования, а позднее я открыл для себя работы Данте, Шекспира и Милтона. Я действительно считаю, что жизнь была гораздо беднее без литературы, особенно без российской и русской литературы. В этой связи я не могу не воздать должное великим русским писателям и поэтам, которые с непревзойденной проницательностью исследовали глубины и сложности нашей жизни. Именно их произведения оказали неизгладимое влияние на мое личное понимание общества и человеческого бытия. Например, в произведениях Федора Достоевского и Льва Толстого, не говоря уже о многих других, рассматриваются моральные и философские дилеммы, которые определяют, что значит быть человеком. Достоевский призывает нас задуматься о тонкостях веры, сомнений и человеческой души. Толстой приглашает нас задуматься о природе власти, ответственности и течении времени. Не ограничиваясь литературным значением, а признание русской литературы демонстрирует глубину влияния этой великой страны, этой великой культуры на мировую мысль и ее способность помочь нам понять собственную роль, наши идеи и наше значение в более широких течениях истории. Кроме того, привлекательность и сила русской литературы выходит далеко за рамки философских рассуждений. Такие писатели, как Чехов, Пушкин, Пастернак и мой любимый писатель Солженицын и писательница Анна Ахматова, поэтесса Анна Ахматова, это как раз те гении, которые воплощают и отражают в своих произведениях все радости, печали и каждодневную борьбу, которую переживает каждый человек, с невероятным реализмом. Это находит невероятный отклик в моей душе. Дамы и господа, в этот уникальный момент, когда мы продвигаем развитие человечества через знания и технологии, мы видим, что Россия постоянно расширяет границы возможного. От их прорывных усилий в освоении космоса до новаторских работ в области ядерной физики и кибернетики. И мы сами только что слышали об уникальном видении и конкретных планах, которые представил президент. И эти планы, безусловно, охватывают самые разные аспекты. Это касается развития и в равной степени внимания к человеку и его нуждам. Этот вклад отражает глубокое стремление к пониманию и освоению потребности этого мира, подчеркивается значение России в коллективном прогрессе человечества. Мы наблюдаем крайне тревожные тенденции протекционизма, которые грозят фрагментации глобальной экономики. Мы видим рост тарифов, торговых барьеров и ограничения на обмен технологиями. Все это вызывает тревогу. И в этом отношении подъем глобального юга представляет собой не просто изменение в экономическом балансе, но, безусловно, некую реконфигурацию на глобальной арене. Безусловно, это страны Азии, Китай, Индию, Африку и страны Латинской Америки. Страны глобального юга, безусловно, играют ключевую роль в формировании будущей мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты. По прогнозам, к 2030 году три из четырех крупнейших экономик будут относиться к странам глобального юга.
Этот рост является реальностью, которая создает как проблемы и вызовы, так и возможности. Для Малайзии очень важно построить прочные связи, чтобы мы могли участвовать в этом росте и внесли свой вклад в создание более сбалансированного мирового порядка. Как и Россия, мы видим потенциал в этих развивающихся экономиках, и мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание. В этом отношении Малайзия активно использует возможности, предлагаемые странам глобального юга. Мы присоединяемся к другим странам, которые хотят создать новую парадигму развития, более инклюзивную, более справедливую, более устойчивую и жизнеспособную и устойчивую. В мире, который становится все более сложным, наше будущее зависит от нашего умения адаптироваться, внедрять инновации и строить отношения, которые выходят за рамки традиционных границ. Глобальный юг находится на подъеме, и Малайзия намерена подниматься вместе с ним. Малайзия — это страна с открытой экономикой, и мы гордимся тем, что ведем бизнес со всем миром. Мы получаем огромные преимущества от того, что являемся важнейшим хабом и важнейшей точкой в глобальных цепочках поставок. Следует отметить экономическую программу «Мадани», «Цивилизованная Малайзия», в рамках которой реализуются инициативы по структурным реформам, призванным продолжить более устойчивый и инклюзивный рост для нашей страны. В двусторонних отношениях Малайзии и России одной из областей, требующих сотрудничества, является исламское финансирование. Именно в этом отношении Малайзия является признанным мировым лидером, обладающим надежной экосистемой институтов, которые не только следуют принципам шариата, но и способствуют продвижению инноваций в области финансов. Россия с ее обширным мусульманским населением стоит на пороге огромного потенциала в области исламского финансирования. Я полагаю, что внедрение исламского банкинга в России может поспособствовать реализации совместных проектов и привлечению значительных инвестиций из стран с большим числом мусульманского населения. В сельском хозяйстве Россия добилась значительных успехов, став важнейшим мировым игроком в этом секторе. Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна. Россия играет ключевую роль в обеспечении глобальной производственной безопасности. Российский экспорт сельхозпродукции сыграл ключевую роль в стабилизации мировых рынков и, прежде всего, в условиях постоянных сложностей с цепочками поставок. Что касается образования и науки, то здесь у России тоже репутация передового государства, особенно в точных науках, технологиях, инженерном деле и математике. Российские университеты постоянно входят в число лучших в мире, выпуская ученых, инженеров и исследователей мирового уровня. Недавнее создание российско-малазийского центра высоких технологий в Малайзии подчеркивает нашу приверженность к развитию технологических инноваций и продвижению академического сотрудничества. Содействие сотрудничеству в разработке высокотехнологичных решений, особенно в области энергоэффективности, передачи данных и технологий умных городов, мы можем использовать наши коллективные преимущества для развития инноваций и решения проблем и вызовов 21 века. Помимо этого, стремление к передовым достижениям, таким как использование искусственного интеллекта и технологий полупроводников, должны прежде всего осуществляться в соответствии с гуманистическими ценностями и ценностями альтруизма. Нельзя допустить, чтобы соперничество в сфере технологий не привело к дальнейшему неравенству и препятствованию свободной торговли и еще дальнейшему фрагментированию геополитического ландшафта. Дамы и господа, будучи председателем АСЕАНа, Малайзия намерена сосредоточиться не только на укреплении существующих механизмов и институтов, но и, безусловно, к поиску синергии политических эффектов с другими регионами и возможными партнерами для диалога, для содействия развитию и процветанию. При реализации такого подхода первостепенное значение имеет необходимость укрепления важнейшего принципа центральности АСЕАНа, который является собой принципом достижения консенсуса, что в свою очередь
обязывает государства-члены действовать как единое целое. Малайзия также намерена активизировать взаимодействие с другими субрегионами и использовать наши стратегические партнерства, включая партнерство с Россией. В этом контексте Малайзия намерена вступить в БРИКС, и таким образом мы стремимся диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы высказать искреннюю благодарность президенту Путину за приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани в октябре этого года. Безусловно, мы вступаем в новую эпоху, характеризующуюся острым соперничеством между сверхдержавами. Мы видим значительные глобальные экономические потрясения. При этом мы видим, что торговля и технологии используются как инструменты для консолидации силовых усилий, чтобы противостоять угрозе изменения климата. Вместе мы должны продолжать это сотрудничество. Мы должны выступать единым фронтом и обмениваться идеями в области стратегий и передовых лучших политических практик, чтобы построить будущее, где будет еще больше мир и процветание в Азии и во всем мире. Ваше превосходительство, дамы и господа, прокладывая путь вместе вперед, давайте не будем забывать о том, что истинная сила нашего партнерства заключается не только в тех соглашениях, которые мы подпишем, или проектах, которые мы вместе реализуем, но прежде всего в совместном видении и взаимном уважении, которое связывает наши народы. Господин Ибрагим, ну, во-первых, поздравляю с тем, что вы добрались до нас наконец-таки. Очень хочется поговорить о загадочной русской душе и философии, которую вы затронули в своей речи, но придется о насущном, о БРИКС, о нем вы тоже упомянули. Малайзия хочет присоединиться к объединению. В чем конкретно, чуть подробнее расскажите, для вас выгода? Мы являемся частью глобального мира, и мы считаем, что нам необходимо продолжать развивать торговые отношения со всеми странами, укреплять торговые отношения помимо Соединенных Штатов, помимо Европы. Мы уделяем внимание усилению связи с Китаем, и Китай является одним из наших ключевых торговых партнеров. Россия традиционно занимает место нашего торгового партнера, с которым у нас очень хорошо развиты дипломатические отношения. Но, как я уже отметил в разговоре с президентом Путиным вчера, у нас колоссальные возможности для развития торговых отношений с Россией. Присоединение к БРИКС позволит нам укрепить эти отношения. В частности, в области торговли мы можем очень многим делиться, и мы можем укреплять глобальный юг. Это позволит нам развивать торговые отношения, торговые практики, которые являются взаимовыгодными для всех участников торговых отношений, без монополизации этих отношений каким-то определенным регионам. Мы к этому стремимся. Мы стремимся к развитию глобального юга и укреплению торговых отношений во всем мире. Благодарю вас. Владимир Владимирович, говоря о саммите БРИКС, который пройдет уже в конце октября в Казани, чего вы ждете от него, что он пройдет вот в таком виде? И еще уточню, по итогам 2023 года товарооборот России с партнерами по БРИКС 294 миллиарда долларов. Говоря о торговле, как вы видите дальнейшее развитие этого вопроса, как вы оцениваете те темпы расчетов в национальных валютах, что сейчас есть, и дедоларизация – это уже тренд или сиюминутная еще история, как вы считаете? Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики дедоларизации.
мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все. Но это не главное. Главное заключается в другом. Главное в том, что валюта той или иной страны отражает экономическую мощь державы. И чем она больше, эта экономика, чем больше у нее у этой экономики партнеров, тем более востребована национальная валюта той или другой страны в расчетах. Ну, естественное дело, понимаете, когда партнеров много у конкретной экономики, ну, что возникает потребности использовать и валюту этой страны. Поэтому это зависит, использование валюты той или другой страны, зависит от роли экономики этой страны в мире, в мировой экономике. Но после Второй мировой войны Соединенные Штаты, естественно, удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике, провели план Маршалла там для Европы, создали одну систему мировую, Бреттон-Вудскую, потом ее там немножко подремонтировали, другую, ну, создали такую единую мировую валюту, доллар. Зависело это, и до сих пор зависит, как я повторяю, от объемов, мощи экономики страны. Сейчас ситуация, и вот только что господин премьер-министр об этом упомянул, в мировой экономике меняется. Уже сегодня вот страны глобального юга – это более 50% глобального мирового ВВП. А страны БРИКС – это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. И естественным образом, хочу это подчеркнуть, естественным образом меняются и приоритеты в использовании определенных валют. Вот у нас, например, мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальную валюту, это уже примерно 65%. Это естественный процесс, но финансовые и политические власти Соединенных Штатов, они этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают этот процесс. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но просто не могут уже выйти из этой колеи. Им, видимо, уже не очень удобно признать, что они совершили ошибку. Поэтому, надо бы уже что-то скорректировать. Они же видят, что не работают те инструменты, которые они применяют. Мы переходим на национальные валюты и все. Но уже не могут. Видимо, это могут сделать только те люди, которые придут на смену сегодняшней генерации политиков. Потому что, что-то изменить, значит, признать свои ошибки. Видимо, это сложно. А с чем связано такое поведение? Видимо, рассчитывали на то, что у нас все рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании. Но тенденции-то, они очевидные. Они только подталкивают, как я уже сказал, эти процессы. Но тенденции в использовании валюты связаны с объемом и ростом экономики. Вот сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Да, американская экономика мощная, хорошая, структура ее выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше. На втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается. Из года в год. С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчетах. Вот на втором месте США, на третьем Индия. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию. Да, повторяю еще раз, даже Япония, ФРГ, США, у них много преимуществ, прежде всего связано со структурой, с высокотехнологичным сектором и так далее. Но объем экономики тоже имеет значение, потому что дает возможность вкладывать ресурсы в наиболее перспективные отрасли и направления.
Поэтому, повторю еще раз, это естественный процесс, не связан даже с политической конъюнктурой, но своими неаккуратными, непрофессиональными действиями власти Европы и Соединенных Штатов этот процесс просто подталкивают. А что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются, развиваются очень успешно. Россия, Китай, Индия – это, что называется, отцы-основатели этой организации. В 2005 году мы начали этот процесс, образовав РИК – Россия, Индия, Китай. Потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка. Сейчас вот мы расширили круг участников. И это очень хороший процесс. Более 30 стран на сегодняшний день, 30 стран мира – проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые из них и присоединиться к БРИКС. Значит, новые страны, они самодостаточные, новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой, очень интересные государства, и они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации. Спасибо, Владимир Владимирович. И сейчас обращусь к еще одному участнику БРИКС, к заместителю председателя КНР, господин Джен. Вам слово, прошу к трибуне. Уважаемый господин президент Путин, уважаемый премьер-министр Анвар, уважаемые участники форума, дамы и господа, друзья, здравствуйте. Очень рад с вами вместе принять участие в 9-м Восточном экономическом форуме. Прежде всего, позвольте от имени председателя Си Цзиньпина и правительства Китая поздравить вас с началом работы форума. Владивосток служит окном в мир и для сотрудничества Дальнего Востока с партнерами. По инициативе президента Путина, именно Владивосток в 2015 году принял первый Восточно-экономический форум, который сегодня, благодаря своему последовательному развитию, стал важной площадкой для достижения консенсуса по сотрудничеству и поиска развития. Главная тема форума выбрана «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности», что соответствует нынешней обстановке и потребностям стран региона. Наша единая цель – развитие, сотрудничество, взаимное доверие и всеобщий выигрыш. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина устойчиво и стабильно развиваются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В этом году главы наших государств встретились в Пекине и Астане, и они обозначили план и ориентиры развития двусторонних отношений и многопланового сотрудничества Китая и России в контексте 75-летия установления дипломатических отношений как новой отправной точки. Перед лицом сложной изменчивой внешней обстановки две стороны, объединяя усилия, преодолеют трудности, решительно следуя собственному пути, усердно решаем свои задачи, чтобы принести реально ощутимую выгоду народам наших стран и внести вклад в восстановление и рост мировой экономики. Северо-восток Китая и Дальний Восток России характеризуются географической близостью, тесными связями между народами. Регионы обладают взаимодополняющими преимуществами в сфере торговли, инвестиций, энергетики и транспортной взаимосвязанности, являясь естественными партнерами. На протяжении многих лет Китай сохраняет за собой позицию крупнейшего торгового партнера и источника иностранных инвестиций для Дальнего Востока.
товарооборот между Китаем и Дальним Востоком за 2023 год составил 33,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 54%. В настоящее время северо-восток Китая всемерно культивирует новый передний край открытости Китая внешнему миру, что созвучно с продвигаемой в России стратегией развития Дальнего Востока. Сотрудничеству Северо-Восток и Дальний Восток лидеры наших стран придают огромное значение и уделяют личное внимание. В этой связи следует отметить успешно прошедшее в мае в Харбине 8-е китайско-российское экспо. В его адрес председатель Си Цзиньпин направил поздравительное письмо, а президент Путин лично принял в нем участие, что послужило стратегическим руководством для двустороннего сотрудничества. Сопряжение развития этих регионов и расширение их сотрудничества весьма своевременно и многообещающее. Мы готовы вместе с российской стороной руководствоваться важными договоренностями на высшем уровне, ускоренными темпами укреплять взаимосвязанность как в области трансграничной инфраструктуры, так и в плане гармонизации правил и стандартов, наращивать масштаб и качество сотрудничества, укреплять фундамент долгосрочного устойчивого развития китайско-российских отношений в новую эпоху, а также вносить свой вклад в обеспечение процветания и стабильности в регионе и во всем мире. Дамы и господа, друзья, на фоне невиданных за столетия колоссальных перемен в международной обстановке, чаяния к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу остаются неудержимым трендом. Концепция сообщества «Единой судьбы человечества», инициатива по глобальному развитию, инициатива по глобальной безопасности и глобальная инициатива цивилизации, выдвинутые председателем Си Цзиньпином, представляют собой китайское решение в области глобального управления, приносят в мир уверенность и придают импульс коллективным усилиям по противостоянию, вызовам и обеспечению совместного развития. Мы готовы со странами региона консолидировать усилия, укреплять сплоченность и сотрудничество, сообща содействовать миру, стабильности, процветанию и развитию всего региона. В этой связи хотел бы предложить следующее. Первое. Необходимо придерживаться принципов открытости и инклюзивности, которые являются лейтмотивом современного мира. Сотрудничество в духе открытости – тенденция эпохи. Китай непреклонно осуществляет стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, продвигает строительство мировой экономики открытого типа, выступает против протекционизма, против попыток разъединения и разрыва цепочек, против введения односторонних санкций и максимации давления. Мы готовы укреплять сплоченность со странами региона на основе принципов открытости, справедливости и взаимоуважения, добиться совместного развития. Второе. Углублять взаимовыгодное сотрудничество. Это важный драйвер для развития региона. Уникальными ресурсными преимуществами и высокой взаимодополняемостью экономик Северо-Восточной Азии обусловлены широкие перспективы сотрудничества. Следует активно работать над поиском новых точек соприкосновения интересов, полноценно выявлять собственные преимущества, совместно защищать стабильные и бесперебойные производственно-бытовые цепочки, укреплять взаимодействие в таких новых секторах, как искусственный интеллект, цифровая экономика и зеленая экономика во имя содействия совместному развитию стран региона. Третье. Комплексно обеспечить развитие и безопасность. Безопасность – предпосылка развития. Развитие – гарантия безопасности. Китай твердо стоит на страже мира во всем мире, стимулирует глобальное развитие, решительно выступает против гегемонизма и политики силы во всех проявлениях, против менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела других государств и применения двойных
стандартов. Мир и стабильность, которые в целом сохраняются в Северо-Восточной Азии, даются нам совсем непросто. Мы готовы сообща со всеми сторонами активизировать диалог и обмен, укреплять взаимопонимание в интересах защиты долгосрочной региональной безопасности. Дамы и господа, друзья, недавно завершился третий пленум ЦК КПК 20-го созыва, по итогам которого обозначен грандиозный план по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению китайской модернизации. Китайская модернизация осуществляется при исследовании по пути мирного развития и приносит выгоду всему миру. Китай будет и впредь продвигать высококачественное развитие, на высоком уровне расширять открытость, открывая новые возможности для региона и мира на основе собственного развития. Мы готовы объединять усилия с партнерами для продвижения модернизации всего мира, нацелены на мирное развитие, взаимовыгодное сотрудничество и общее процветание, вносить новый вклад в модернизацию как нашего региона, да и всего мира. В заключение, желаю всем плодотворной работы форума. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо заместителю председателя КНР. Это был Ханьчжэн Владимир Владимирович. Конечно, я не могу обойти стороной ту актуальную новостную повестку, которая сегодня есть, и она зачастую не касается, конечно, Дальнего Востока, развития нашего взаимодействия с АТР. Уже чуть больше месяца ВСУ наносят удары по приграничным территориям Российской Федерации, страдают сразу несколько субъектов. Как вы в целом сегодня оцениваете ситуацию как в зоне СВО на разных фронтах, так и в приграничье? И сегодня насколько велика угроза ядерной опасности, учитывая, что ВСУ бьют также по Курской и Запорожской АЭС? Ну, когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И второе, и самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив вот эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных. Вот позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар треугольник захватила 7 на 5 километров. Очень успешно действует и группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении. Там тоже исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и так далее. Это вот второе. И, наконец, не менее важное. Противник несет очень большие потери. Очень большие потери. И в живой силе, и в технике. Сейчас не буду и перечислять. Министерство обороны дает эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. И это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, а потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся. Так что это вот общая оценка, ну а то, что происходит каждый день, естественно, мне
Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывают. Вы уже отметили, что самое главное – это люди, и люди, которые проживают на этих территориях, которые, конечно, их и защищают. Накануне здесь, во Владивостоке, вы побывали в пункте базирования. Извините, я упустил. Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Да, по Курской и Запорожской. Да, это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы. Говоря о том, что было накануне, вы посетили пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке и рассказывали, что недавно у вас был разговор по телефону с командиром 155-й бригады морпехов. Они сейчас находятся в каразоне СВО. На вопрос, есть ли бытовые проблемы, был ответ, что нет. А вчера, когда вы уже общались с его командиром, наоборот, были выделены проблемы. В первую очередь, это обеспечение жильем. Насколько часто вы сталкиваетесь с подобными противоречиями? Это не противоречие, там действительно проблемы, но не всегда есть у тебя проблемы, но командир бригады 155-й, он не ставил этого вопроса, потому что действительно здесь снеговой падик, когда-то я сам выбирал это место для будущего строительства под жилье для военнослужащих, стройка идет и местные власти помогают, но, конечно, нужно своевременно реализовывать эти планы. И они, уверен, будут реализованы. Но некоторые другие командиры обращали внимание на реально существующие вопросы, которые подлежат решению в ближайшее время. Я также разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Там конкретно есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно и просто героически. Ребята там сражаются героически. Кстати говоря, отвлекаясь на вопрос в целом, одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, посеять неуверенность в наши действия и так далее. Но к чему это привело? Наоборот, консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России. О чем говорит тот факт, что количество людей, наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с вооруженными силами. Вот. А что касается социальных гарантий, то, конечно, страна должна не просто думать об этом, а решать эти задачи. Вот командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. Но и местные власти, имею в виду крымские власти, готовы все сделать для того, чтобы землю выделять, и сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, там достаточно земли Минобороны, этого не хватает. Я дал поручение Министерству обороны и Генштабу, они готовят соответствующие предложения, необходимые ресурсы будут выделены. Вы уже говорили о том, что Киев может пойти на переговоры с Россией после провала своей провокации в Курской области. А до, получается, были все-таки перспективы мирного урегулирования ситуации? Нет, мы уже говорили об этом много раз. Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, все эти параметры, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он, завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза-то стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно. Британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указание украинцам воевать до последнего украинца. Что сегодня происходит с целью добиться стратегического поражения России? Этого не получается. И украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда исполняли то, о чем мы с ними договорились, а не слушали бы своих хозяев из других стран, война бы уже давно прекратилась. Но они пошли по другому пути. Вот результат. Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, да, а на основе
тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. А есть понимание, какая страна может стать страной-посредником в этот раз, если переговоры в дальнейшем состоятся? Ну, у нас мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу, и у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса, который, безусловно, я хочу это напомнить, начался с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого все началось. Значит, нам все время, значит, говорят о правах человека, о каких-то принципах международного права, которые все должны соблюдать. А это что такое? Госпереворот антиконституционный, кровавый. Что это такое? Вот это привело к тому, что часть населения страны не согласилась с результатами и вообще с этим переворотом. Начали бороться за свои права. Все в конечном итоге вылилось в сегодняшний конфликт. Вот в чем все дело. Но об этом предпочитают не вспоминать. Но мы-то знаем, в чем дело. И мы, безусловно, будем защищать свои интересы, интересы тех людей, которые нам близки и которые являются носителями и русского языка, и русской культуры, и русских традиций, о которых, кстати, так ярко говорил наш сегодняшний гость. Владимир Владимирович, мы все прекрасно понимаем, что в целом, мы бы это сейчас отметили, переговоры возможны не напрямую с Киевом, а с его западными кураторами. Но при этом в случае переговоров, как вы считаете, можно ли все-таки им будет в дальнейшем верить? Ведь если посмотреть даже на исторические факты, Россия оказывалась обманутой, наверное, можно сказать, не единожды это. И вопросы расширения НАТО на восток, и Минское соглашение нарушали не мы же. Мы сделали выводы? Вы понимаете, какой другой путь? Да, мы понимаем, с кем мы имеем дело. Люди, которые, значит, не ценят, без всякого уважения относятся к интересам других стран и народов. Такие люди, к сожалению, есть. Они легко нарушают все взятые на себя обязательства, даже подписанные документы. Ну, что делать? Надо просто искать такие формы и такие гарантии, которые бы хоть как-то в какой-то степени работали. Но главная гарантия безопасности – это рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные, стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками. Спасибо. Господин Ибрагим, вот только что мы сейчас с Владимиром Владимировичем обсуждали то, что Россия всегда пыталась найти вопрос именно мирного разрешения конфликта. Со стороны, как вы считаете, а почему на переговорах в Стамбуле все же не удалось договориться? Я вчера уже разговаривал с президентом Путиным, и я совершил визит в Стамбул. Я там провел один день, и я знал об этих переговорах, и в то время я в свое время думал, что этот вопрос будет закрыт, потому что обе стороны пришли к соглашению, согласовали принципы и параметры договора. И с моей точки зрения, я считаю, что нужно обязательно добиться мира. Это влияет не только на отношения между двумя странами, но и отношения во всем мире. И возникли нарушения определенных цепочек поставок в результате конфликта. Но, насколько я понимаю, параметры были согласованы в Стамбуле, были основой для достижения соглашения. Обе
стороны согласились на положение договора, и, конечно, мы со своей стороны поддерживаем такие соглашения с учетом того, что параметры справедливые, и обе стороны взяли на себя обязательства в соответствии с этим договором, и все согласны, что то, о чем договорились, должно соблюдаться. И мы надеемся на соглашение, которое должно состояться как можно быстрее. Да, вы сказали о том, что нам не удалось договориться в Стамбуле, кстати, при посредничестве президента Эрдогана. Но нам удалось договориться. В этом-то весь фокус, о чем свидетельствует и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ. А значит, украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили, не вступило в силу только потому, что им дали команду не делать этого. А возникло желание у элит США, Европы, некоторых стран Европы, добиться стратегического поражения России. Они думали, что они сейчас воспользуются и поставят Россию на колени, там расчленят или там, что еще там они планировали сделать. Думали, что вот-вот манна небесная свалилась. Сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым стремились, может быть, столетиями или десятилетиями. Вот в чем все дело. Приехал Джонсон, сказал, не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют. А чего? И мне иногда сказало это впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы. Ну, собственно говоря, не думают просто. Нет, я серьезно говорю, вы понимаете, ну такие потери колоссальные. Чего они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, там, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты, Гитлер-Югенд создавать. Но это не решит проблему. Вот там тогда тотальная дело. Мобилизация повальная. Ну, какая там тотальная проходит. Следующий шаг – это студентов призывать сейчас и так далее. Полностью обескроют страну. Вот, повторяю еще раз, такое впечатление, что это не их народ. Но, собственно говоря, понятно, родственники членов правящей элиты в основном за границей проживают. Что, сели на самолет, и нету их. Что делать с концом? Они о стране-то не очень думают. Это прикрываются только националистическими лозунгами. Вот и все. Людей дурачат. Но, повторяю еще раз, если действительно возникнет такое желание вести переговоры, мы не отказывали. Но на базе тех договоренностей, которые были зафиксированы, достигнуты и зафиксированы в Стамбуле. Спасибо. Сейчас перейдем к другой теме. Вернемся к тому, о чем сегодня наша дискуссия. Господин Ибрагим, есть такое понятие, как малазийское экономическое чудо. Оно стало возможным благодаря тем особым экономическим зонам, которые вы создали. Расскажите, какие условия для ведения бизнеса и российские компании вы ждете у себя? Well, I met a number of leading Russian companies. Я встречался с представителями нескольких российских компаний и вчера, и сегодня утром. И мы не присоединились к одновременным санкциям, об этом говорил наш китайский коллега, и мы не вступаем в конфронтацию с кем-либо, с какой-либо экономической державой, поэтому мы делаем акцент на развитии экономики путем создания экономических зон, и, конечно, российские компании приглашаются, мы независимы. Независимая страна, следуем принципам центричности, мы готовы взаимодействовать с Россией эффективным образом, и я был чрезвычайно рад, что многие из компаний заявили свою готовность приступить к деятельности в Малайзии. Они буквально готовы приехать на следующей неделе, к октябрю, и поэтому был проявлен определенный интерес, достигнут определенный прогресс во взаимопонимании.
и мы развиваем взаимоотношения, в том числе и с Китаем. Мы зарегистрировали рост 5,9%, а инфляция только 2%, поэтому осуществляются значительные инвестиции. Многие страны к нам приезжают, вот Германия в частности. Мы будем делать все, что требуется, вот на основании того комплексного плана, который изложил президент Путин. Потенциал взаимодействия очень большой, и россияне никоим образом не должны чувствовать, что мы находимся под влиянием, под каким-то давлением, и мы готовы предложить особые отношения России в качестве особого друга нашей страны. Владимир Владимирович, если говорить про наши специальные режимы, которые есть на Дальнем Востоке, это и свободный порт Владивосток, и территория опережающего развития, вот как вы считаете, насколько они конкурентоспособны по сравнению с другими подобными режимами в странах АТР? И вы довольны показателями, которые они сейчас дают? Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь конкурентные преимущества и конкурентные условия. И сейчас не буду все перечислять, это все хорошо известно, тем более вот людям, которые сидят в этом зале. Это и территория опережающего развития, и свободные зоны, и свободный порт Владивосток, и так далее, и так далее. Здесь очень много преференций создано. Мы когда начинаем в правительстве это обсуждать, Министерство финансов начинает нервничать все время. Говорит, еще какую-то хотите придумать? Ну, столько там нас создавали, столько преференций, хватит. Вы знаете, что хочу сказать? Мы, вот господин зампредседателя КНР сейчас вспомнил о нашей с ним совместной работе в Харбине, где проводился форум экономический. Он направлен был туда, значит, председателем Китайской Народной Республики, нашим хорошим другом, господином Си Цзиньпинем. Но я, тем не менее, ему лично тоже благодарен за то, что он принял участие в этой работе. Она была очень интересной. Но что хочу сказать, вот это будет неожиданно даже для нашего гостя, и для нашей аудитории. Секреты раскроете? Да, раскрою секрет. И для Минфина для нашего будет неожиданно. Значит, вот я... Где-то занервничал один Антон Германович. Они не нервные ребята, там у них все в порядке, значит, со здоровьем. Значит, вот, но что хочу сказать. Я разговаривал с нашим диппредставительством в Харбине. Вот. Я говорю, слушайте, что нужно сделать еще дополнительно, чтобы китайские инвесторы приходили на Дальний Восток в большем объеме? Знаете, что он ответил? А китайские власти не сдерживают своих предпринимателей. Кто хочет, вот, пожалуйста, может ехать и инвестировать, и работать. Но условия, которые создают китайские власти в Харбине, более выигрышные, чем те, которые создаем мы на Дальнем Востоке. Вот в чем все дело. Значит, китайские власти давно занимаются особыми экономическими зонами, давно создают специфические условия для развития. И нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях, с тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал. Надо проанализировать все то, что нами сделано с точки зрения создания этих привлекательных условий, и дополнить, может быть, некоторые инструменты какими-то новациями, с тем, чтобы действительно предпринимателям, бизнесу было интересно, чтобы они были заинтересованы приходить и здесь работать. Условия создаются, и они в целом очень хорошие, но есть над чем работать. Я так в общем подсказал черта. Господин Джан, не могу вас не уточнить, а что вы делаете для того, чтобы китайский бизнес оставался в Китае и не приходил к нам работать? Что делается сегодня для того, чтобы китайский бизнес оставался на своей территории и не приходил в нашу? А вот не рассказывают. Зачем вы такие вопросы задаете провокационные? Они это именно и делают, поэтому и задаю, потому что провокационный. Они остаются, надо наоборот к нам их привлекать. Я хочу сказать, что китайское правительство всегда поддерживает наших инвесторов инвестировать в экономику мира, в том числе и инвестировать в экономику России и экономику Дальнего Востока.
Президент Путин и также упомянул, что... Давайте посмотрим на сотрудничество между Китаем и Дальним Востоком. И президент Путин уже упомянул эту тему. И во время нашей встречи в Харбине мы тоже обсудили этот вопрос. Нужно смотреть на этот вопрос с двух сторон. С одной стороны, северо-восток Китая и Дальний Восток России поддерживают очень хорошее сотрудничество, то есть состояние сотрудничества хорошее, и у нас имеется прочная основа сотрудничества. Поэтому уже налицо хорошая тенденция развития сотрудничества между этими двумя регионами. Как я знаю, за первые 7 месяцев текущего года в рамках сотрудничества Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России товарооборот уже превысил 60 миллиардов долларов. Это уже почти более 40% всего товарооборота между нашими странами. Поэтому тенденция сотрудничества очень хорошая, замечательная. С другой стороны, нам нужно смотреть на будущее. Прежде всего, нужно закрепить хорошую тенденцию, имеющуюся между этими двумя странами, имеет очень хорошая основа сотрудничества, и у российского Дальнего Востока хорошие потенциалы сотрудничества. Это транспорт, логистика, сельское хозяйство, водное хозяйство, энергетика и горная промышленность. Поэтому у нас очень широкий спектр сотрудничества. Нам нужно закрепить результаты сотрудничества в этих традиционных отраслях, но это недостаточно. Нужно еще и смотреть на будущее и расширять наши отрасли взаимодействия. Это включает зеленое развитие, цифровую экономику, как я думаю, и еще и морскую промышленность. Конечно, еще и культурную отрасль и искусство. Поэтому в этих отраслях имеется большой потенциал сотрудничества. Поделюсь с вами своим опытом, приключением. По предложению президента Путина, сегодня утром я посетил два филиала российских вузов в Приморском крае. Это филиал консерватории в Приморье. И эта поездка произвела на меня глубочайшее впечатление. Я специально и посмотрел эти объекты, то есть как студенты, как школьники, они с третьего класса до третьего курса университета, они все играли прекрасно музыкальные инструменты, исполняли классическую музыку, они танцевали в балете «Лебединое озеро». И все эти дети меня удивили. Я спросил, если у нас идет очень хорошее сотрудничество между нашими странами в этих отраслях. И я очень рад отмечать, что каждый год в Россию приходит большое количество студентов из Китая для изучения искусства. Как я знаю, что из провинции Хэлунцзя в этом году уже приехало 40 студентов. Поэтому между этими двумя регионами есть взаимная заинтересованность укрепления сотрудничества. Китайское правительство всегда поддерживает всех китайских предприятий, неважно, государственные или частные, инвестировать в экономику мира, инвестировать в экономику Дальнего Востока, инвестировать в экономику России. Поэтому у нас очень широкие перспективы сотрудничества. Спасибо. Господин Ибрагим, ну у нас уже здесь два секрета раскрыты. Хотим третий секрет от вас получить. Расскажите, а малазийский бизнес заинтересован в приходе на территорию перерачивого развития в свободный порт Владивосток для того, чтобы здесь полноценно работать? Что касается региона, это для нас нечто новое. Это мой первый визит сюда.
Мы провели целый ряд дискуссий, но в целом, если мы смотрим на Российскую Федерацию, то, конечно, она привлекает наше внимание. Мы наблюдаем рост торговли, прирост инвестиций, расширение взаимодействия в энергетическом секторе, в промышленности, равно как в цифровых технологиях. Все больше и больше студентов направляются для обучения в Российскую Федерацию. Само собой, мы должны изучать эти возможности. Мы не настолько мощная держава, как Китай, но на это потребуется время. Владимир Владимирович, да, зал. Приятно, что на самом деле есть какая-то реакция. Когда мы слышим аплодисменты, понимаем, значит, что все идет верно. Владимир Владимирович, если посмотреть на данные, которые представил Минвостокразвитие, за последние 10 лет на Дальнем Востоке инвестиции составили уже 4 триллиона и 200 миллиардов рублей. Это уже вложенные средства. Это много или мало? И как вы считаете, вот те темпы инвестирования, которые есть, сохранятся ли они, учитывая, что накануне Юрий Петрович Трутнев попросил вас поднять цель в 12 триллионов к 2030 году? Я думаю, что это много, но этого недостаточно. Как обычно, хорошо, но мало. Да, и действительно, Юрий Петрович традиционно докладывал о том, что сделано за предыдущий год. Мы традиционно тоже поучаствовали в запуске новых проектов, новых предприятий. И вот есть мнение, согласно которому вот эти инвестиции могут быть увеличены еще как минимум на 1,5 триллиона, до 12 триллионов. Я думаю, что это абсолютно реалистично. Спасибо. Владимир Владимирович, вновь к последним событиям. В конце августа в Париже задержали основателя и главу Телеграма Павла Дурова. Суд в итоге принял решение оставить его под судебным надзором и выплатить определенную сумму. Как вы оцениваете действия властей Пятой Республики? И Москва не хотела ли того, что сейчас сделал Париж? И не могу не спросить, в тех же самых Телеграм-каналах много писали, что у вас с ним была встреча в Баку. Так ли это? Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь. Ну и вот он тоже был на одной из встреч в Кремле. Это было, я уже не помню когда, но много лет назад. Уже, повторяю, он рассказывал о своих планах развития бизнеса. С тех пор мы с ним не виделись, мы с ним контактов никаких никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю. Я даже не знал, что он там находится. Понятия не имею об этом, не имел об этом. Потому что если есть желание, вот здесь представителей бизнеса очень много, все знают, я никогда не отказываюсь. Мы регулярно проводим такие встречи и в рамках объединений наших предпринимателей, и в индивидуальном порядке, рассматривая те или иные проекты, особенно если у бизнеса есть потребность в каких-то гарантиях со стороны государства. И я, и председатель правительства, федеральные министры, региональные власти, мы, я их во всяком случае на это всегда настраиваю, мы не отгораживаемся от бизнеса. Поэтому, если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве. Об этом я тоже ничего не знаю. Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается. Нет, не в Москве, в Дубае. Ну, в Дубае это люди мира, они там миллиардеры, они могут себе позволить ездить где угодно. У нас к нему каких-то претензий не было никаких. Но я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью, значит, экономике, либо в сфере безопасности тем или иным государством. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний, либо какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому само по себе действие властей, значит, мне не очень понятно, поскольку они носят избирательный характер. Спасибо. Имеется в виду властей Франции. Да-да-да. Спасибо. И переходим вновь к теме сегодняшнего нашего заседания. Господин Ибрагим, по итогам прошлого года
Ваша страна приняла рекордное число российских туристов. Это 110 тысяч человек. Показатель вырос за год на 37%, и это явно не предел. Для того, чтобы цифра росла, планирует ли малазийская авиакомпания запускать прямые рейсы из России на курорты страны? Да, конечно. Мы не должны закрывать Аэрофлоту возможности совершать прямые рейсы в Малайзию. Мы наблюдаем в самом деле прирост российских туристов. Мы относимся к ним чрезвычайно внимательно. Для роста этого потока необходимо открыть прямое воздушное сообщение. Мы работаем над этим как можно быстрее. Помимо этого, необходимо повышать осведомленность среди малайзийской общественности. Им было бы полезно узнать о том, что Россия мирная страна, прекрасная страна, экономически жизнеспособная страна. Конечно, сложно с Россией и Китаем конкурировать, однако есть то, чего нет в России, в Малайзии, и наоборот, в России есть то, чего нет в Малайзии. Поэтому было бы замечательно наращивать турпотоки, потому что тогда люди могут познакомиться со странами друг друга. Мне кажется, что тут кроется большой потенциал, в частности, для приезда российских туристов в Малайзию. Малайзия — это страна дружественная, без каких бы то ни было предрассудков. На нас не воздействует ни одна другая держава, и мы хотели бы иметь особые отношения с Россией, как-то у нас было со многими другими странами. И если вы приедете в Малайзию, то вы поймете, что это подлинная Азия. Я думаю, что мы вам можем рассказать. А что же тогда тем российским туристам, кто едет в Малайзию смотреть? Вот что же та самая настоящая Азия, по вашему мнению? Как вы, например, премьер-министр спросить об этом? Ну, мы являемся страной многорасовой, у нас мощное коренное население, малайское, в частности, население, мы являемся богатой и разнообразной культурой. У нас также внушительное китайское меньшинство, есть представители индийской диаспоры, опять же, коренное население, о котором я сказал, девственные джунгли, прекрасные пляжи, очень мягкий экваториальный климат, у нас не бывает зим, можно плавать в море круглый год. Мне кажется, это большое преимущество. Мне всегда очень непросто, когда ты куда-то едешь, все время задаешься вопросом, а не будет ли зимы, не будет ли холода, придется одеваться теплее. В Малайзии не так. В Малайзии, если вы хотите в чем-то, в какой-то одежде, вам будет комфортно. Здесь хорошо и тепло. Я был в Малайзии. Могу подтвердить все, что сейчас было сказано премьер-министру. Владимир Владимирович, мы говоря про туризм, и вы много бываете в российских регионах, при этом развивается и внутренний в целом туризм в нашей стране. По данным правительства, путешествия по России в 2023 году выбрали 83,5 миллиона россиян. Это больше на 23%, чем в 2021. При этом, кстати, ДФО в лидерах, сюда приезжают на самом деле очень много, более 6 миллионов человек в прошлом году были. В целом, вот какой экономический эффект дает такой активный рост внутреннего турпотока? Туризм – это во многих странах мира одна из очень эффективно развивающихся отраслей экономики. Ну что, далеко ходить, вот количество наших туристов, допустим, в Турции где-то под 5 миллионов человек – это просто важнейшая статья доходов и бюджета Турецкой Республики. И туризм становится все более и более эффективно функционирующей отрасли экономики во многих странах мира. В том числе это должно быть так и в России, имея в виду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Ну, здесь мы много уже на этот счет говорили, я, наверное, ничего нового не скажу. Нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не пагубно не сказывалось на окружающей среде. У нас много программ, 5 морей и озеро Байкал, наверняка многие об этом знают, слышат.
значит, льготы по созданию небольших, по строительству небольших гостиниц, в том числе по созданию не зданий и сооружений не капитального характера и так далее. Все это дает результаты, слава богу, действительно. Ну, а такой, ну, сумасшедший просто регион по своим туристическим возможностям, как Дальний Восток, конечно, привлекает и будет все больше и больше привлекать внимание туристов. Очень хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на наши возможности нашей страны. Значит, ну, это оставаться в стране своего языка, своей культуры, значит, не сталкиваться с проблемами пересечения госграниц, таможни и так далее. И получать удовольствие от общения с природой, либо с нашей историей, с традициями и так далее. Очень интересно, это захватывает просто. Но нам очень много нужно сделать для того, чтобы этот процесс поддержать. Ну а что это дает людям? Тем, кто проживает на территориях, которые посещаются туристами, это просто повышение уровня жизни, потому что это повышение уровня доходов всех уровней и бюджетные, значит, и бюджета всех уровней, да, ну и конкретно гражданам приносят определенный доход. И чем привлекательнее, так, тот или другой регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть это такая револьверная операция, беспроигрышная. Будем все делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше. Но это перспективы. Если даже посмотреть на те цифры, которые есть сегодня, в принципе, я думаю, они говорят о том, что в экономике страны все хорошо. Безработица у нас 2,4%, рекордно низкий уровень. Но при этом, если посмотреть на, опять же, статистические данные, сейчас есть нехватка кадров в ключевых отраслях экономики. Как восполнить пробел? Потому что, например, на январь нехватка была у 47% предприятий в промышленности. И вот такой низкий уровень безработицы – это показатель того, что хорошими темпами развивается экономика или нас просто физически мало? Все хорошо никогда не бывает. Но есть же к чему стремиться всегда. Ну да, я уже говорил, вспоминал недавно Фауста, да, «Остановись на мгновение, это прекрасно». Это, в общем, не наш метод. Надо все время стремиться к достижению новых рубежей. И все хорошо никогда не бывает. Но в целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, да? 3,4%. Вот в первом полугодии этого года, мы вчера с коллегами обсуждали то, о чем будем сегодня говорить, я сказал, ну вот 4%. Мне вот господин Орешкин поправил, мне в первом полугодии 4,6% рост. Ну, конечно, это хороший для нашей экономики показатель. Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать на как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего он будет, этот рост, больше. Это основной показатель состояния экономики. Но есть, как я сказал, все хорошо не бывает. У нас вот в Малайзии 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше. Он достиг, у нас целевой показатель где-то 4, а он достиг 9 с лишним процентов недавно, 2,9. Правда, сейчас имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9, 8,9 там сколько, и тенденция к снижению. И это хорошо. Что касается того, что у нас физически не хватает. Ну да, вот еще Солженицын, о котором господин премьер-министр вспоминал, значит, Александр Александрович говорил о том, что главная задача государства – сбережение народа. Нам нужно, конечно, решать демографические проблемы и заботиться о семьях с детьми и так далее. Но рынок труда действительно находится в уникальном положении. Значит, 2 с небольшим процента, 2,4, по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства. Как можно решать это? Ну, первое, конечно, повторяю, нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно иметь много детей.
как когда-то в России было по 7, по 9, по 10 человек в семьях. Вот. Но и второе направление – это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов. Что такое, каким способом, каким образом можно добиваться повышения производительности труда? Зампредседателя Китайской Народной Республики вот упомянул о некоторых способах и инструментах. Надо внедрять искусственный интеллект, надо, добавлю еще, значит, современные там, вводить методы управления производством, роботизировать. У нас, вот, посмотрите, я вспоминал Японию, которую мы обогнали по приоритету покупательной способности, стали четвертой экономикой мира, ее немножко потеснив. Но роботов там, по-моему, в 10 раз больше на 1000 работающих. Понимаете? В 10 раз. Нам есть над чем работать здесь. Вот, пожалуйста, значит, роботизация. На биологии надо заниматься, генетикой, особенно в сельском хозяйстве. Нам есть чем заняться. И вот по этим всем направлениям мы будем двигаться. А я буду двигаться, да, по дальнейшим. И кадры, да, извините, пожалуйста, и кадры. Надо, конечно, готовить кадры. Значит, это важнейшая задача государства. Именно поэтому появляется и новый национальный проект. Так и называется – кадры. Ну, а я буду двигаться по дальнейшим экономическим вопросам. Владимир Владимирович, мы с вами встречаемся здесь за неделю до очередного заседания ЦБ. На предыдущем было решено, что ставка будет в 18%. Кстати, вот Андрей Леонидович Костин сидит на первом ряду, уже говорит о том, что в кулуарах форума, что он ждет сохранения 18% ставки и в этот раз. При этом за последний год банки нарастили потребкредитование, не обеспеченное ипотекой, на 3,5 триллиона рублей, а месячные темпы роста здесь остаются очень высокими, а корпоративное кредитование также в июле подросло на 2,3%. Это ЦБ приводит данные. Вот как вы можете объяснить это противоречие? Противоречие между... Между высокой ставкой, которая сейчас есть, да, и при этом кредитование в очень хорошем темпе находится, да, ну, и растет. Вот, как эксперты считают, что в значительной степени это связано с двумя моментами. Первый заключается в том, что потребительское кредитование, оно остается на высоком уровне, потому что физические лица, они не очень чувствительны к ключевой ставке. Первое. А второе, что касается корпоративного кредитования, то, во-первых, планы определенные предприятиями сверстаны, и они, тем не менее, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжают кредитоваться. Первое. А второе, мы все-таки приняли решение, согласно которому осуществляются меры поддержки по отдельным секторам экономики. Есть инструменты государственные, связанные с поддержкой, по сути, субсидированием тех или иных ставок по отраслям и по крупным проектам. Вот, думаю, что этим и объясняется. Кстати, глава Центробанка Вера Набиуллина говорила, что рисков для финансовой стабильности нет, но при этом отмечала, что масштаб перегрева экономики в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет. Вот как вы считаете, есть ли сегодня какие-то риски для стабильности, и как планируется охлаждать ситуацию, если это нужно делать? Ну вот так и охлаждают повышением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Она сейчас поддерживается, значит, льготами в IT-ипотеке, в Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой. Ну, вот такими способами и обеспечивается это охлаждение, о котором вы сказали. Но и еще одним фактором это стабильные работы правительства, Министерства финансов по сбалансированности бюджета. Говоря об инвестициях, мы сами уже отметили те цифры, которые есть на Дальнем Востоке, но при этом основной капитал в 2023 году по оценке Росстата, рост инвестиций составил порядка 9,8%, это причем после подъема, который был в 2022 году. Тенденция продолжается и сегодня. Вот как вы считаете, сохранится ли такой же темп инвестирования дальше и что может ему помешать? Сохранить такой же темп инвестирования будет непросто, имея в виду те обстоятельства, о которых мы сейчас только что с вами говорили. Но стремиться к этому нужно. Для этого изобретаются те особые инструменты поддержки, о которых я
говорил. Но повторяю, сохранить вот инвестиции в прежнем объеме будет непросто. Но правительство должно подумать на тему о том, где и на каких направлениях бизнес поддержать, чтобы не было какого-то заметного, серьезного и вредного для экономики в целом провала. Сейчас еще одна тема, которая не связана напрямую с тем, что мы здесь сегодня обсуждаем, не с экономикой российской, не дальневосточной, это тема предвыборной гонки в США. Не могу не спросить. Вы до этого говорили, что у вас есть, наверное, можно назвать свой фаворит на ней, но он выбыл из гонки. Кто новый? И в ноябре, когда станут известны результаты этой гонки, вы будете звонить, поздравлять нового главу государства или нет? Мы давно не созваниваемся с представителей некоторых государств, Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенная информация удается обмениваться по различным каналам, прежде всего по каналам МИДа. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. Но я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых, а во-вторых... Раззавещали, значит, надо, да? Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Или отменит их. В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору. Ну, кстати говоря, о Штатах. В начале августа произошел обмен заключенными между Россией и США. Благодаря содействию каких стран вообще это стало возможно? Получается, что в некоторых случаях все-таки можно вести диалог с Западом. И еще сразу дополню этот же вопрос. В интервью ТАСС посол нашей страны в США Анатолий Антонов отметил, что еще более 60 россиян остаются заключенными в тюрьмах США. Вот у них есть шанс вернуться на родину? Мы всегда равным образом относимся ко всем гражданам Российской Федерации, которые нуждаются в помощи государства. И будем это делать в будущем. Первое. Второе, что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии. Ну, например, что касается журналиста Соединенных Штатов, который работал под крышей журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи. На первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на родину наших граждан. Ну и президент Турции, господин Эрдоган, предоставил площадку турецкую для окончательного решения этих вопросов, так же, как и некоторые другие страны из арабского мира, из некоторых других государств, здесь проявили добрую волю, и в конечном итоге мы, думаю, что в интересах всех, кто участвовал в этом процессе, добились конечного позитивного результата. Самым главным из которых является, безусловно, возвращение на родину наших граждан, в том числе тех, которые выполняли особые миссии в интересах Родины за границей. Спасибо, Владимир Владимирович. Зал. Аплодисменты. Спасибо.
Господин Ибрагим, вернемся к теме нашего заседания сегодняшнего и поговорим о перспективах роста товарооборота с Россией. Вы уже отмечали накануне на встрече с Владимиром Владимировичем, что перспективы есть и необходимо это делать. При этом, по данным Минэкономразвития, сегодня у нас действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС, куда входит Россия, с Ираном, Вьетнамом и Сербией. И уже решено, что такое же соглашение будет подписано с Монголией. Идет также процесс переговоров и с Индонезией, и рядом других стран. Есть ли подобные идеи у Малайзии? Мы верим в свободную торговлю, нет каких-то ограничений. И я заверил президента Путина вчера, что мы продолжим это делать. У нас хорошие отношения с Ираном и со многими другими странами. Если все будет нормально, то мы будем продолжать развивать свободную торговлю. Даже сейчас, без специального режима, мы можем видеть, что есть новая волна интереса с обеих сторон, и с малазийской, и с российской. А с соглашением мы будем и дальше продолжать развивать эту сферу, помогать бизнес-сообществу, будем приглашать делегации из банков, и из промышленной делегации. Что важно, мы увидим более быстрые изменения, более позитивные изменения в том, что касается торговли, а также обмена между Россией и Малайзией. И мы надеемся, что мы сможем достичь этого как можно скорее. Владимир Владимирович, вы в своей речи сказали о пути решения проблемы прогнозного дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке. Но вот если говорить в целом по стране, достаточно ли сегодня объемов электрогенерации? Ну, смотря в каких регионах. В Сибири, допустим, там есть избыточная генерация, на Дальнем Востоке дефицит, и он будет, к сожалению, нарастать, если своевременно не принимать необходимых мер. В европейской части там тоже нужно думать о своевременных не только ремонтах, но и глубокой модернизации. Поэтому есть планы, они разрабатываются некоторые уже утверждены. Главное все своевременно исполнять и наладить такую экономически обоснованную работу в этой сфере и вовремя принимать решения. Но говоря про энергетику, еще один вопрос, правда, уже связанный, наверное, с внешними рынками. В конце этого года прекращает свое действие соглашение о поставке российского газа транзитом через Украину в ЕС. Глава киевского режима уже заявил, что продлевать контракт не собирается. В целом, как вы считаете, каковы энергетические перспективы Европы и слышны ли вообще голоса тех, кто пострадает? Руководитель компании «Газпром» напротив, тоже в первом ряду, как и ВТБ. Я еще к Герману Оскаровичу обращаться буду тоже. Герман Оскарович, все тут. Но это хорошо, потому что все проявляют интерес к развитию своего бизнеса на Дальнем Востоке. Но что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно. Почему? Потому что мы намерены, и компания «Газпром», исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты. Но там одной из обязательной составляющей этой работы совместной является транзит. Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря, да, Алексей, этого года. Значит, если Украина отказывается от этого транзита, мы же не можем их заставить. А наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают же всестороннюю помощь, поддержку и военную, и финансовую, какую угодно Украине. Но Украина отказывается от нашего транзита, те объемы газа, которые поступают в Европу, они сократятся. Они будут идти по другим маршрутам, в частности, через турецкий поток, может быть, отчасти через голубой поток в Турцию тоже, хотя это для внутреннего потребления, но тем не менее будут создавать и помогать энергетической стабильности в Европе. Но это их выбор. Как это отразится на них,
ну, я уже до конца не знаю, мы занимаемся своими вопросами, а уже они пускай занимаются своими. Ведь, понимаете, то просто, ну, даже не знаю, как это охарактеризовать отношение к своим союзникам и партнерам, которые демонстрируют очень многие в Соединенных Штатах, да и в той же Украине. Оно является очень странным. Для меня просто непонятно. Но взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, Северный поток. Взорвали обе нитки Северного потока 1 и одну нитку Северного потока 2. Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить. Сколько это? 25 миллиардов кубических метров по одной нитке? 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через турецкий поток могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. Ну, на мой взгляд, это какая-то дефамация, это, значит, профессиональная. Шизофрения, чушь просто. Почему? Ну, не хотят, не надо. Мы будем наращивать значит, наши поставки в другие регионы мира постепенно. Да. Вот у нас с Китайской Народной Республикой давно, до всяких этих кризисов в Европе и на украинском направлении, проект есть хороший, значит, по поставкам в Китайскую Народную Республику. В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 миллиардов кубических метров. Плюс с Дальнего Востока, вот отсюда, Сахалин, Владивосток, тоже в Китайскую Народную Республику, плюс еще 10 миллиардов кубических метров. Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад. Мы все это реализуем. Плюс будем развивать, значит, сжижение газа. Да, и здесь нам пытаются создать проблемы. Но вот Владимир Михельсон знает об этом лучше, чем кто-либо другой. Но все равно это развивается. И доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа постепенно увеличивается. Она не такая уж и большая, как бы нам хотелось. Но будем все равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, все равно будем это делать. Ведь в чем проблема здесь? Значит, кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику, это невозможно, потому что на пределе находится добыча в соответствии с потребностями мирового рынка. Вот это невозможно просто, понимаете? Это невозможно. Можно добиваться... Вот представим себе, что взяли завтра и все закрыли. Газ, нефть нашу и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а все равно будут покупать. Без этого невозможно. В этом все дело. Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводят незаконные ограничения, о которых говорил заместитель председателя Китайской Народной Республики, делают это, они делают не от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят. Потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью. А результат обратный ожидаемому. Поэтому мы свои вопросы решим. Да, с какими-то, может быть, потерями, но все равно решим. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, ну что ж, пускай несут тогда убытки. Мы же видим, что в европейских странах происходит. Многие из них балансируют на грани рецессии. И ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляют им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах национальных. Те же Штаты. Ну что, в 2-3 раза поставляют, значит, или на сколько там, процентов на 50, наверное, на 60 больше, чем наши стоят энергоносители. Газ имею в виду прежде всего. Ну, конечно, экономика Европы, в том числе и Германия, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания. Многие отрасли просто закрываются. В этом все дело. Но это не наш выбор. Мы готовы. Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы. Они же существуют. Значит, Ямал, Западная Европа.
Поляки же закрыли. Теперь Украина закрывает еще маршрут. По дну Балтийского моря Северный поток-2 не включают. Ну, не хотят, не надо. Ущерб для них будет. Для нас будет определенное сокращение доходов, но ничего. Больше «Газпром» будет поставлять внутри страны. Тоже хорошо. Будем развивать социальную газификацию. Про газификацию другую немножко уточню по поводу, кстати говоря, «Газпрома». Алексей Борисович назвал тот объем, который шел по веткам Северного потока. Как вы считаете, учитывая сейчас те проекты, которые находятся в стадии реализации и в Средней Азии, и с Ираном, и с Китаем, есть ли перспективы у «Газпрома» восстановить прежний объем поставок на внешние именно рынки? Ну вот я уже упоминал об этом, о том, что мы выходим на проектную мощность по поставкам в Китайскую Народную Республику. Но что касается поставок в Среднюю Азию, там в Иран, это тоже не связано, вот я хочу понять, чтобы было понятно, не связано напрямую с украинскими событиями. Просто экономики этих стран развиваются активно, им требуются дополнительные ресурсы. Вот и все. Ну вот тот же Узбекистан, я уже говорил об этом, но это хорошо известно. Прирост населения в Узбекистане 1 000 000 в год. Понимаете? 1 000 000 в год плюсом. Там уже 37 миллионов человек. Значит, совсем скоро будет 40 и так далее. Экономика растет в том числе, понимаете? Ну, конечно, у них есть обязательства на внешних рынках. Конечно, просто республике там требуются дополнительные ресурсы. В Ташкенте было минус 21 в позапрошлом году. Такого никогда раньше не было в истории, наверное. Ну, конечно, им нужно, но мы располагаем такими ресурсами. Будем согласовывать наши действия с Туркменистаном, конечно, но Иран просит нас давно уже о поставках. Но тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Мы сейчас думаем, я полагаю, что это вполне реализуемые проекты, имея в виду, что рынки огромные и в соседних странах с Ираном. Просто колоссальная потребность. Здесь существуют разные возможности, и разные рынки будем осваивать. По свопу будем работать, будем, значит, сжижать, как я уже сказал, и так далее. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику будем развивать. Нам вот во многих регионах, кстати, вот здесь вот на Дальнем Востоке, не хватает же газовой генерации. Нужно объединять, у «Газпрома» такие планы есть, объединять европейскую часть газотранспортной системы, дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано. Спасибо. Ну, продолжим говорить об энергетике. Господин Ибрагим, Малайзия вторая по величине страна, производитель нефти и газа в Юго-Восточной Азии. Ну и, кстати, те самые знаменитые башни-близнецы Петронас в столице как раз называются в честь крупнейшей энергокомпании в стране. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на нефтяном и газовом рынке в целом в мире? И рассматривает ли сегодня Малайзия какие-то совместные проекты с Россией именно в энергосекторе? Мы все сейчас активно обсуждаем вопрос энергоперехода, и мы полагаем, что у России здесь очень сильная позиция. Безусловно, мы продолжаем проекты по разведке и добыче, потому что, безусловно, у нас стоит задача ослабить зависимость от нефти, угля, но мы четко понимаем, что на данный момент эти энергоресурсы продолжают играть очень важную роль. Хотел бы подчеркнуть и важность импорта угля из России в объеме $600 миллионов США. И, безусловно, нам по-прежнему требуются традиционные источники энергии до тех пор, пока мы не сможем осуществить переход к использованию ВИА и возобновляемых источников энергии, которые являются более экологичными. Но, безусловно, мы хорошо понимаем, что Россия важнейший игрок на этом рынке, поэтому, безусловно, мы рассчитываем на определенные синергетические эффекты в этом отношении. Хотя, конечно, энергетический переход идет, его не остановить, и зеленые технологии нам нужны и важны. Они также важны для обеспечения прогресса нас как страны, которая не может позволить себе полностью зависеть от нефти. Спасибо.
Владимир Владимирович, вы уже упомянули в своей речи, что СМП у нас сейчас активно развивается, и он используется также для перевозки энергоресурсов. Вы говорили, что к 2030 году показатель планируется увеличить до 150 миллионов тонн на перевозке. Как вы считаете, достаточно ли сегодня темпами идет строительство не только инфраструктуры, но и самих судов, которые будут курсировать по этому маршруту? Ну и, например, накануне вы тоже посетили место, где в будущем строится будет новая верфь торговых судов здесь, под Владивостоком. Это вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания. И главным образом это связано с обеспечением перевозок, но и с теми судами, кораблями, которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это прежде всего ледокольный флот. Россия располагает уникальным ледокольным флотом. Уникальным. У нас 34 дизельных ледокола разного класса, уровня, значит, и 7 действующих атомных ледоколов. 4 строятся, точнее, строятся уже 3, и, значит, 4-й сейчас вот в начале 25-го года будет заложен. Это, значит, 7 плюс 4 – 11, и еще один очень большой мощности, беспрецедентно большой мощности, по-моему, 136, что ли, где-то примерно так, тысяч лошадиных сил, если в лошадиных силах измерять, это так называемый лидер, он уже строится здесь, во Владивостоке, на Звезде. И вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что новый ледокол, особенно лидер, он не только мощный, он еще и широкий, и будет обеспечивать проводку караванов, судов. Это вот это первое. Второе, сами суда нужно строить, которые грузы будут перевозить. И, конечно, мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли и в европейской части. Мы вчера только обсуждали это и вот с руководителем ВТБ, с господином Костиным и с представителями, делегированными им в нашу объединенную судостроительную компанию людьми, перспективы развития европейской части. И здесь мы правильно обратили внимание. Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен, мы его построим. Так же, как с большими сложностями, но все-таки построили и Звезду здесь на Дальнем Востоке, в Владивостоке прям. Нужно строить инфраструктуру, значит, портовые сооружения, нужно обслуживание в этих портах обеспечить, безопасность судоходства, заботу об окружающей среде и так далее. Вот это все в комплексе, все у нас запланировано, реализуется и, уверен, будет реализовано. С учетом изменения климата, конечно, передвижение по Северному морскому пути, безусловно, и наших возможностей ледокольного флота должно быть и, уверен, будет обеспечено круглогодично. Это очень важно и для нашей экономики, и для мировой экономики, для экономики наших друзей. Вот, в частности, Китайская Народная Республика проявляет такой живой интерес к совместной работе по этому направлению. Мы всех приглашаем для этого и уверены в успехе. Ну, кстати, говоря о строительстве, ну, теперь жилья. Владимир Владимирович, насколько закрыта потребность в нем на Дальнем Востоке? Мы знаем, что здесь льготная ипотека, она сохраняется, при этом по стране ее отменили. Как я обещала, цитирую слова Германа Оскаровича Грефа, что с выходом из программы льготной ипотеки, он говорил, затянули. Вот как вы считаете, сегодня у нас проблема жилья в целом по стране решена, если мы закрыли льготную программу? Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а я Грефа. Греф уже цитируете. Тоже в число классиков входит. Значит, да. Вот, что касается стройки, мы добились просто, я считаю, выдающихся результатов в строительстве. У нас такого объема никогда раньше не было, как результаты прошлого года. 103, что ли, миллиона. Значит, 110? 110 миллионов. А, правда, у нас задача была до 120 добраться, но вот 110 – это уже очень хороший показатель. Значит, конечно, в связи с тем, что закончилось действие льготной ипотеки, конечно, это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, айтишной льготной ипотекой.
Но ведь смысл и действия финансовых властей, правительства заключается в том, как вы сказали, чтобы охладить несколько этот рынок, чтобы... Тоже цитировала в очередной раз, то Набиуллина говорила. Да. Ну и хорошо. Но в целом, конечно, такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева рынка и чтобы это не влияло на макроэкономические показатели. Но тем не менее, на что хочу обратить внимание, у нас очень хороший задел по строительству. Вот можно цитировать его чаще, раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко, он тоже у нас большой специалист, ярко, метко выражаться по некоторым вопросам. Значит, но, во всяком случае, работает он очень хорошо в той части. От всего сердца? Ну, от всего-то от всего, но он работает с хорошим результатом. Это я говорю без всякой mm-hmm. иронии, без всяких шуток. И результат-то вот 110 миллионов тонн. 110 миллионов квадратных метров настроили, в том числе с учетом работы его корпорации, которую он возглавляет. Но у нас очень хороший задел. 160, может быть, даже чуть больше, 163-165 миллионов тонн задел начатого строительства. Поэтому, я думаю, никакого провала в следующем году не будет. У меня еще один вопрос, Владимир Владимирович, к вам, а потом перейдем уже к другим темам. Одна, пожалуй, мне кажется, из самых обсуждаемых тем последнего времени, это с ноября вступает в силу закон, который легализует майнинг криптовалют. Ранее вступил еще в силу ФЗ-259 о цифровых активах. Значит ли это, что Россия движется в сторону мирового лидерства в сфере криптовалют и что в дальнейшем может появляться и другое новое законодательство, которое будет регулировать эту сферу? Я думаю, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу. И связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов. Потому что майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергии, планируемых к строительству производственных мощностей – не менее, а может быть даже более важно. Именно поэтому правительство приняло решение, которое должно соответствующим образом структурировать эту работу. Но что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. А цифровой рубль – это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане. Спасибо. Ну, как и обещала, переходим к другой теме. Господин Брагим, давайте не обойдем стороной ближневосточный конфликт. Вот каким вы видите выход из ситуации? Я не устаю повторять, что мы не можем следовать тому нарративу, который активно представляется в СМИ, прежде всего в западных СМИ, что все это якобы началось 7 октября с атаки со стороны Хамаса. Все это началось гораздо раньше. Это началось с колонизации, с политики колонизации еще в 1984 году, соответствующих резолюций ООН. И мы видим постоянное, непрекращающееся нарушение прав граждан, которые проживают на западном берегу. И мы, безусловно, должны правильно определить ситуацию и ее нарратив. Хотим ли мы найти решение? Безусловно. И я приветствую позицию Российской Федерации и Китая. Мы знаем, что МИД предпринимал очень много инициатив по урегулированию ситуации. И многие страны, я бы сказал, большинство стран разделяют эту позицию, включая признание государства Палестина. Но почему же не происходит прогресса? Потому что мы видим позицию Израиля, и, к сожалению, позиция эта
получает полную поддержку со стороны США. На самом деле мы видели, что США и Конгресс аплодировал стоя тем чудовищным преступлениям, которые совершались. И я задаю вопрос нашим коллегам из Запада. Где же ваша человечность? Где же ваша ценность справедливости? Вы постоянно читаете нам лекции о ценности демократии и важности прав человека. Разве здесь не видно очевидное противоречие в том, как вы относитесь к вот этой ситуации? И опять же, что нам очень нужно в сегодняшнем мире, это абсолютно консистентный и четкий посыл. Да, мы уважаем свободу, мы уважаем достоинство человека, мужчины и женщины, и мы должны противостоять всем формам колонизации. Потому что в чем проблема Палестины прямо сейчас? Не только в секторе Газа, но и всей Палестины. Это прежде всего проблема утери собственности, права. У людей отняли их землю, людей убили, их сдерживают, их ограничивают, их лишают домов. И с людьми обращаются так, как будто они оказались вот в такой тюрьме на открытом воздухе. И я понимаю, что, конечно, Малайзия — страна маленькая, и я четко осознаю наши лимиты и пределы. Именно поэтому я очень благодарен моим дорогим друзьям, присутствующим в этом зале, за их поддержку, за позиции их стран. Но, безусловно, эта ситуация стоит столько проблем не только в мусульманском мире, но всех, кто верит в свободу, верит в справедливость, потому что люди возмущены. Не происходит абсолютно ничего вдруг в ситуации, когда людей убивают каждый день. И я надеюсь, я молюсь о том, что наконец-то здравый смысл восторжествует в головах людей, которые принимают решения. Именно они несут ответственность за эту ситуацию. Ни один человек, ни одна страна не должна больше мириться с этой возмутительной ситуацией, с этой чудовищной жестокостью. Нельзя думать, что все мы в безопасности. Эта ситуация неприемлема. Мы все должны бороться за справедливость всего человечества. И мы не можем жить в мире, когда все определяется цветом кожи или вероисповеданием. Так не может быть. Если мы говорим справедливость, это должна быть справедливость для всех, всего человечества. Потому что Палестина и палестинцы должны рассматриваться как люди, а не граждане второго класса или рабы. Спасибо. Владимир Владимирович, продолжая тему ближневосточного конфликта, Москва не единожды доводила свою позицию до обеих его сторон. Нас слышат? Обе стороны палестинского конфликта, израильско-палестинского конфликта. Я могу присоединиться ко многому из того, что было сказано нашим гостем. Позиция России, она не носит конъюнктурного характера. Она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и которые, на мой взгляд, и должны лежать в основе урегулирования. Это прежде всего создание двух независимых государств. Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в Соединенных Штатах многие разделяют эту позицию. Вот. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен, и именно он лежит в основе и сегодняшнего обострения ситуации, и сегодняшнего противостояния. Мы со своей стороны, в том числе сегодняшняя проблема связана с попытками США монополизировать урегулирование, потому что США не рассматривается как страна с нейтральными позициями, и в этом проблема. Но, повторяю еще раз, мы будем делать все, что от нас зависит. Я говорил об этом на недавней встрече с господином Аббасом, он был в Москве, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжелого кризиса. Спасибо. Еще одна тема, перейдем. Что касается гуманитарного вопроса, мы, конечно, стараемся решить вопросы, связанные с заложниками. Причем мы добиваемся здесь и определенных результатов, чему мы очень рады и будем стараться это делать в дальнейшем. Спасибо.
Перейдем к еще одной теме. Господин Ибрагим, в вступительном слове вы отмечали и напоминали, что в следующем году Малайзия представитель в АСЕАН. Какие главные будут приоритеты в работе и как будет выстраиваться взаимодействие объединения с Россией? Так как именно этот регион является самым мирным регионом в мире и экономически динамично развивающимся, и самое важное – это то, что в данном регионе страны занимают независимую политическую позицию. Мы поддерживаем великолепные, прочные дипломатические отношения с нашими соседями. Мы стремимся развивать экономическую деятельность в Южном Таиланде, в Северной Малайзии, в штате Джохор, что будет способствовать привлечению больших инвестиций. Мы, как я уже отметил, поддерживаем прочные, крепкие отношения со странами региона, в том числе Бруней. Мы приняли решение продолжать развивать многосторонние механизмы развития торговли. Единственный момент, который на данный момент для нас важен, это Мьянма. Есть определенные проблемы. Малайзия должна сейчас работать с 200 000 беженцев, которые притекают в страну. Конечно, мы пытаемся решить эти проблемы. Мы не хотели бы диктовать стране определенные выходы из ситуации и в процессе ее перехода. Но самое важное для нас – это поддержание мира в регионе. Страна должна сама принимать решение о том, какую форму государственности она избирает. Главное, что мы не пытаемся им диктовать, какое правительство они должны сформировать. Прежде всего, нам нужно достичь консенсуса. Необходимо достичь такого положения, когда страны соблюдают общие правила сотрудничества. У нас есть определенные проблемы и позиции в обсуждении с Филиппинами и с Китаем. Мы видим, что эти страны предпринимают усилия для решения проблем в духе стран АСЕАН. К этому мы, собственно, и стремимся в будущем. Я также считаю, что позиция и принцип центральности заключается прежде всего в том, чтобы наш регион не был яблоком раздора для сторонних государств. Мы не хотели бы и не приветствуем никакого вмешательства других регионов в наш регион. Собственно, мое присутствие во Владивостоке несет этот посыл о том, что мы считаем, что наша задача прежде всего в обеспечении того, что мы должны служить нашему народу, нашим народам, нашим странам, служить их интересам, поддерживать дипломатические отношения, включая Россию, разумеется. У некоторых стран в мире есть определенные проблемы России с нами. Что касается нашей страны, у нас проблем нет. У нас есть какие-то вопросы, которые мы обсуждаем. И мы хотели бы поддерживать именно такую традицию в АСЕАН. Мы хотели бы поддерживать именно такой уровень
отношений. У нас прекрасные отношения со многими странами. Это не значит, что мы согласны со всеми вопросами, со всеми позициями, но, тем не менее, мы близкие друзья. Вот у нас есть вопрос спорный с Южным Китайским морем. Да, есть проблемы для каждой, собственно, страны в этом регионе. Есть те или иные проблемы, потому что мы находимся в центре Азии. У нас есть определенные сложности и вопросы, которые мы решаем с Брунеем, с Филиппинами, с другими странами. Но можно ли это назвать серьезными проблемами? Собственно говоря, нет. Это вопросы, которые мы решаем. Мы не собираемся ссориться с Китаем. Есть вопросы, в которых мы с Китаем не согласны, есть вопросы, с которыми мы согласны. Вот я 2 года премьер-министр, и я не считаю, что у нас есть какие-то очень серьезные проблемы с Китаем. Почему страны за пределами Азии считают, что у нас возникли серьезные проблемы? Это не так. Я поддерживаю позицию АСЕАН. Мы договариваемся в области технологий, мы договариваемся в области политических вопросов, договариваемся в области экономического сотрудничества. Это прекрасный пример мирного региона, который динамично и развивается в области экономики. Господин Джен, у меня к вам вопрос. По итогам прошлого года товарооборот Китая с АСЕАН превысил 911,5 миллиардов долларов. Об этом сообщало Главное таможенное управление страны. Как вы в целом сегодня видите и оцениваете экономические перспективы экономического роста КНР? Не смешно. Уже 40 лет проводится политика реформы открытости, а с момента вступления Китая в ВТО уже более миновало 20 с лишним лет. Как и президент Путин, так и премьер-министр Анвар высказали очень ценные мнения. На протяжении многих лет китайская экономика хорошо развивается, хотя у нас вторая экономика мира, но ВВП на душу населения чуть выше, чем 12 тысяч долларов в год. Но вклад Китая в рост мировой экономики многие годы составляет 30%. Китай уже стал главным торговым партнером для более чем 140 стран и территорий. Президент Путин и премьер-министр Анвар высказали очень ценные предложения. Я думаю, что ликвидация бедности в Китае – это само собой вклад в развитие мировой экономики, потому что население Китая составляет почти 18% от мирового населения. Поэтому ликвидация бедности в нашей стране – это вклад в развитие мировой экономики. Сотрудничество и обмены нашей страны с другими партнерами мира проводятся всегда на основе взаимной выгоды и очень дружественной атмосфере, поэтому можно назвать наше сотрудничество очень успешным. Президент Путин высказал хорошее мнение, что нужно придерживаться взаимовыгодного сотрудничества. Как вы все знаете, совсем недавно успешно завершился третий пленум ЦККПК 20-го созыва, и было принято решение о всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации. Это четкий сигнал о том, что Китай продолжит реформы и расширение открытости. Как я уже в своем выступлении сказал, что китайская страна всегда четко
регулирует отношения между открытостью и реформами. Поэтому я сам считаю, что развитие Китая – это вклад в мировое развитие. И китайское развитие приносит огромные возможности всему миру. Спасибо. Постепенно мы приближаемся к завершению нашей пленарной сессии. Владимир Владимирович, ну вот фактически 3 часа мы говорили о том, каким будет Дальний Восток через 6 лет. А что будет являться для вас маркером того, что все удалось? Вот что главное? Рост населения. Нам нужно... Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, для того, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей, прежде всего молодых людей, было приехать сюда, в этот регион, замечательный, блестящий регион с такими хорошими перспективами, и связать с ним свою жизнь. Спасибо. Ну и последний вопрос, который я хочу сейчас адресовать всем участникам нашей сегодняшней дискуссии, звучит он следующим образом. Какие главные вызовы стоят перед нашими странами сегодня? Вот назовите их, пожалуйста, и каковы потенциальные ответы на эти вызовы? Господин Ибрагим, давайте с вас начнем. Ну, обычно мы начинаем с старшего представителя и того, кто ведет наше заседание. В общем-то, я передал бы слово Владимиру Владимировичу. Спасибо. Вопрос о будущем, да? Конечно. Ну, что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высоко квалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами. Это первое. А что касается нас всех вместе, имеется в виду страны глобального юга в широком смысле слова, это, конечно, мы должны обеспечить мировое лидерство в экономике. И имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена. Спасибо. Тот же вопрос. Вопрос, конечно, сводится к развитию экономики. Но дело в том, что экономика развивается сейчас уже не по сценарию капитализма прошлого. Подход к развитию экономики должен быть более гуманным, в рамках гуманного капитализма. Рост торговли, разумеется, но более сострадательный, более сочувственный, более внимательный к благополучию и благосостоянию народа, как уже было указано господином Путиным. Мы должны принять во внимание те достижения, которые были достигнуты западными странами, но за счет чего? За счет бедности населения. Мы должны стремиться к росту экономики, который будет поступательным и устойчивым, который будет учитывать необходимость защиты окружающей среды, который будет происходить так быстро и поспевать за изменениями и переменами во времени, который будет поспевать за развитием нашей молодежи, учитывать интересы молодежи, учитывать ценности, которые сейчас в дефиците. Я считаю, что прогресс должен идти по пути гуманных ценностей и этики.
Именно из-за отсутствия этого мы встречаемся с расизмом, мы встречаемся с перекосами, мы встречаемся с фанатиками, в том числе, религиозными фанатиками и такими серьезными проблемами, потому что мы дегуманизировали себя, если можно так выразиться. Я читал многих русских писателей и цитировал их, именно потому, что они всегда подчеркивали моральные, этические и гуманные ценности и их приоритеты. Собственно, мы должны учиться этому. И мы должны учиться на ошибках прошлого, особенно если речь касается серьезных перекосов и несправедливости в нашей будущей модернизации. Господин Джан, вам тот же самый вопрос, какие главные вызовы сегодня стоят перед нашими странами? Хотел бы сказать, председатель Си Цзиньпин сказал, что построение сообщества единой судьбы человечества — это самая важная задача и вызовы для всех нас, потому что все культуры, разные религии, разные народы в разных регионах, и все эти народы находятся на разных стадиях развития, и у всех разные запросы. И построение такого сообщества — это наш общий большой вызов. Спасибо. Да, Владимир Владимирович. Я так понимаю, что мы заканчиваем, и я хотел бы со своей стороны поблагодарить наших гостей за их яркие выступления содержательные и за участие в нашей работе, за внимание к тому, что происходит в России и в российском Дальнем Востоке. Спасибо большое. И хочу обратиться к аудитории. Здесь прежде всего люди, которые работают в сфере экономики или государственные служащие, которые сейчас занимаются обсуждением именно этих вопросов, должен сказать, что я глубоко убежден в том, что предпринимательская деятельность – это прежде всего созидание. И если мы будем вот так к этому относиться, как к созидательному процессу, то мы, безусловно, достигнем всех целей, которые перед собой ставим, и добьемся решения тех задач, которые перед нами стоят. Хочу вас поблагодарить за участие в этой работе и всем нам пожелать успехов в реализации наших планов. Спасибо большое. Спасибо. Ну и я со своей стороны, как модератор, хочу вновь процитировать, Владимир Владимирович, правда, вас, что, подводя итоги сессии, можно сказать одно. Приоритет на 21 век – это Дальний Восток. Спасибо. И большое спасибо нашей ведущей. Спасибо вам большое за совместную работу. Спасибо.